Всем привет, меня зовут Толя, и вы на канале про крестики. Сегодня спонтанное такое видео. Как обычно Юля говорит, я долго планирую, но вы в прямом эфире видели это обсуждение, я долго планирую, как снимать, что делать. Она говорит, Толя, не надо планировать, надо брать и снимать. Вот это как раз тот случай, когда Юля в такие моменты берет и запускает прямой эфир, а я снимаю видео. Вот. У нас сегодня была тренировка, и на танцах снимали видео для нашего ПМК, видимо, не очень понимаю там для чего, для рекламы нашего направления танцевального, поэтому я сегодня накрасилась, а съемка началась в 9 вечера, когда все смогли, приехали после работы, и вот я накрашенная такая вся из себя в 9 вечера, думаю, а зачем красоте пропадать? Обидно даже, поэтому решила, чего же не снять. И идея видео пришла, на самом деле, очень быстро, потому что я давно обдумывала, что мне надо снять, во-первых, итоги года, 2 лет даже, но сегодня не о них, потому что там уж хочешь не хочешь, готовиться придется. Тут, мне кажется, никто с места в карьер не начинает. А вот второе видео, которое я хотела снять, и вот как раз это этот момент, пожалуй, будет первая часть, потому что последние мои работы были очень большими, я имею в виду по длительности того, что я выкладывала на канал, как закрутила-то, вот, и поэтому разделю все, но все равно, мне кажется, будет много. Так вот, о чем мы сегодня с вами поговорим? Я сегодня покажу свои первые 10 процессов начатых и расскажу 15 купленных наборов, и в конце еще такой небольшой творческий бонус, что же интересного я сотворила своими руками в конце декабря и в конце января или начале февраля, в общем-то, за последние 2 месяца, вот так скажем. Это, правда, тоже будет не все, потому что про крылья мы с вами пока не говорим. Все, про крылья я молчу, пока говорить нечего. Вот. Да, я сегодня себе очень нравлюсь. Чтобы с чего бы начать? Предполагала, что видео будет, наверное, все, где я вот вся такая из себя лицом, но потом в итоге поняла, что у меня не получится, потому что мои не все процессы хорошо рассматривать вот в таком ракурсе. Поэтому начну, пожалуй, с того, что я максимально смогу вам показать в этом ракурсе, а потом мы с вами перейдем на стол. Пожалуй, начну с самого большого. Вот что сейчас у меня под рукой будет попадаться, то и буду показывать. Начну с самого большого. Набор, его распаковку я показывала в одном из своих топов. Обязательно где-то здесь будет ссылка всплывающая. Можно будет посмотреть, и внизу в инфобоксе добавлю. В общем-то, что у меня есть? У меня есть вот такая вот подставка из фикс-прайса. Вот такая вот, она для книг. И она... А, это барашка торчит. И она занята у меня здесь папки с процессами, тоже, кстати, фикс-прайсовские. А здесь сам процесс. Сам процесс, я вам его покажу здесь. Близко, и отдельно включение будет на столе, потому что бисер надо рассматривать близко. До этого он был у меня в упаковке, а здесь будет уже не в упаковке. В органайзере. Во-первых, очень забавно смотрится, конечно, задняя часть. Пока еще такой забавный кошак. Потом, конечно, будет лучше. Давно я за него не бралась. Ой, как же его показать-то так, чтобы вам получше было видно? Вот. Но уже немало, на самом деле, выше там. Да, здесь магнитик вообще, пончик. У меня отвалилась эта часть, лежит где-то убрана, надо будет подклеить. Что я могу сказать про чеширо? Чем хороша вышивка на холсте? На ткани я видела, девочки у нас вышивают, и они переживают, что в круговой технике передняя, вот эта центральная часть, она как бы становится выпукло вогнутой, идет волной, и это очень обидно, потому что такая длительная работа, такая красота, там тоже котик, например, у нас у Танюши. И очень жалко, когда происходят такие ситуации. С холстом такого, конечно, нет. Здесь у меня рама. Раму мне подарил Олег, тот самый Олег, кто-то, может, знает, он из Савиной Академии.
И я сразу же решила, что это отличный повод для старта Чешира. Это было, наверное, что-то около года назад. Ну, он у меня то вышивается, то откладывается. И сейчас я перешла к такой части. Я вам покажу. Верхнюю часть еще вышивать, ну, ой, неплохо. Но здесь, с одной стороны, получается, заканчивается ряд, где здесь, ну, как бы уходит, вот здесь началась улыбка, и уже вышивать надо другой, ну, как бы, как продолжение, получается, отдельная нитка крепится. А здесь он еще не закончился, поэтому я начала вышивать снизу, чтобы дойти до сюда, вот в это продолжение, и он уже, ой, будет идти в круговую. У меня холст, конечно, немножечко подзаляпался за это время, но он отмывается, его можно мыть вручную. Не очень мне нравится нижняя часть, потому что, видите, здесь просветы, и надо будет подгадывать, а это как раз тот момент, который я сейчас вышиваю, надо будет подгадывать вот эти переходы, высчитывать. Я не всегда в настроении это делать. Вот такой вот чеширчик. Сейчас перейдем на стол, я вам покажу бисер поближе, а потом вернемся к лицу. А, еще. Тут пока убираю. Я вам покажу, где у меня бисер. Как это выглядит. Бисер, который... Ну, собственно, вот они, пакетики. Я частями пересыпаю то, что у меня в данный момент вышивается. Но все, я это вам показывала в видео про... В топе. Какой-то был топ наборов. Не помню какой, придется вспоминать. Вот, поближе в пакетиках вы его сможете рассмотреть там, а вживую уже дальше. В общем, в органайзере, когда заканчивается бисер, я его просто досыпаю, но оставляю здесь, чтобы на всякий случай ничего не напутать, какой номер что. От греха подальше я люблю иногда путать. Да, я себе, кстати, выписала все эти 10 наборов, провела небольшую статистику. Вообще у меня 25 стартов и, ну, практически стартов тех вещей, которые я планирую вышивать. Ну, прямо сейчас я их отнесла к стартам. В какой-то момент мне захотелось, ну, было лень принимать решение, что вышивать. Хотелось перемен, хотелось финиши, хотелось продолжения, а как-то себя заставить не удавалось. И я спросила у нас у девочек в чате, девочки, а не может ли мне кто-нибудь покрутить рулетку? И Света вызвалась. В общем, она у меня теперь крутит рулетку. Чешира пока в ней не было. А что же у нас было? Можно, кстати... Нет, сначала я покажу вам бисер. Бисер. А дальше продолжим. Бисер у меня хранится в коробке от органайзера бисерного. Дети тут уже поигрались с печатью мужа, со штампом мужа, понаставили его везде. Вот, кстати, да, то, что мне надо будет приклеить. Вот. Также здесь, как вы видите, лежит две нити титан. И тут надо аккуратно открыть органайзер, чтобы у меня все это не рассыпалось. О, отлично, я молодец. Вот такой вот невероятный бисер в Чешире. Он, вот проблема в том, что волшебная сторона его, к сожалению, не подписывает. Я понимаю, почему. Это все-таки в угоду эстетике, но проблемы с подсчетом при этом каждый раз возникают. Девочки, кто-то сам подписывает ручкой, кто-то клеит наклейки, а я, в общем-то, следую мысли волшебной страны и... Ну, кстати, у меня одна бисеринка, видите, не там. И никак не подписываю. Мне приходится каждый раз высчитывать, но когда я долго вышиваю, я, конечно, запоминаю, на какой цвет что означает. Но, тем не менее, у меня считается вот это первый цвет, и пошло по кругу. 1, 2, 3, 4, дальше по часовой 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тоже что-то у меня немножко пересыпалось, но в целом, вот так. Бисер невероятнейший. Мне кажется, я здесь еще на полчаса залипну, рассматривая его, особенно в свете камеры. Он так красиво выглядит. Очень красиво.
Вот. Также подсыпаю по мере того, как у меня заканчивается он в ячейке. Я там достаю из папки и досыпаю. Я специально в свое время накупила много органайзеров, понимая, что там же в Чешире столько бисера будет, я не смогу. Мне надо будет много органайзеров, а оказалось, что я смогла обойтись одним. И его я на самом деле тоже жду, когда же он у меня появится в... Появится, где же он у меня появится-то? В рулетке. Тут обрезки ниток здесь я складываю вот здесь внизу, в этой части. Здесь у меня стоит, на самом деле, я вот так вот открываю коробку, и вот здесь у меня обрезан стоит ключ, чтобы я не путалась. Соответственно, органайзер лежит вот так. И обычно я еще на магнитах в органайзеры паркую иголки, но, скорее всего, они у меня лежат в папке, те, что я еще не использовала. Ну, как они упакованы были у Абрисарта, этот чешир от Абрисарта, так они у меня там и лежат. Вот. Не знаю, если мне выпадет, там у нас до 1500 получается крестиков в рулетке, если мне выпадет чешир 1500, я не представляю, как я буду это считать. Подумываю еще, кстати, попробовать технику, чтобы не... Ну, как у Юля делала у себя горизонтальные ряды шовчиком. Она набирала на нитку просто и пришивала. Возможно, я попробую что-нибудь такое, когда буду шить верхнюю часть, вот этот полукруг. Я все-таки покажу вам поближе, что я имела в виду, когда говорила, что он заканчивается. Это я не помню, зачем у меня здесь была, но зачем-то припаркованная. Вот здесь вы видите, он закончился, и дальше он переходит в полный круг. А здесь он в полный круг еще не перешел. Есть еще два ряда, даже три, чтобы перейти в полный круг. А внизу... Ой, тут у меня гербера в горшке стоит. Я ее бедную задеваю. А внизу он, получается, если через три в полный круг он идет, и вот он идет тын-тын-тын, ну, примерно только где-то здесь. То есть здесь вышить еще можно очень-очень много. Посмотрите, здесь уже стали появляться такие цвета. Зеленые какие-то, голубые, матовые. Вот сочетание матового, магнетика, глянцевого бисера получает, дает очень интересный эффект. И объемы. Я прям восхищаюсь им. Да, в общем, надо дошивать чешир, уже и отдавать маме, потому что ей он в интерьер подходит. Сейчас я вам расскажу для меня нетипичный процесс. Мой первый опыт вышивания шовчика. Год назад с небольшим проходил осенний фестиваль Вышфест в Питере от Белбагета. Если я правильно помню, наверное, он был оттуда. И было очень много схем бесплатных от разных авторов на тему, ну, там были зонтики, разные варианты зонтиков. И мне очень понравился зонтик с шовчиками. Это зонтик от Натальи Уточкиной. Здесь прямо написано. О, я сейчас на секундочку отвлекусь, я покажу, как у меня организован этот процесс в плане схемы. А там, кстати, уже видно бонус, который я покажу в конце видео. Так вот, как у меня организован процесс? У меня есть такая вот подставка под схему. Очень удобная, я ее как-то показывала. Вот эти все барашки крутятся, она фиксируется под разным углом. Тут уже у меня дети подраскрутили, и я надеюсь, было слышно. Дети у меня уже подраскрутили, и она упала. Здесь уже все такое запылившееся. Я давно, очень давно не вышивала. Наверное, на самом деле, с фэшфеста, когда я поняла, что я не успею вышить, хотя, казалось бы, ну, шовчики, он небольшой, я быстро вышью. А на прошлый Новый год мне Леночка, которая сейчас болеет, на самом деле, Ленусь, поправляйся, давай, мы переживаем все за тебя. В общем, Леночка была моей тайной Сантой в прошлом году. И, среди прочего, она мне подарила ткань. Ткань Цвайгард. И, если честно, я не помню какая, но у меня есть привычка иногда не удалять, не убирать ткань, название ткани с процесса. Но это не тот случай. Здесь у меня ничего на этот счет нету. И, кстати, я вспомнила. У меня
возникла такая ситуация, что так как процесс этот с бисером, у меня в органайзерах лежит бисер и петит в том числе, и у меня открылось три контейнера с тремя видами бисера петит. Белый, такой бежевый, такой золотисто-бежевый. И вот этот черный. Черный, конечно, быстро отфильтровала, а два других нет. Это было очень... А я, по-моему, еще не закончила это делать. Оно у меня лежит знаете, все эти металлические коробочки от шоколада, которые мы все покупаем. Я вот не любитель шоколада, но... И, кстати, да, я его покупала, и мне дарили шоколад. Я в основном скармливала. Нет, ну, конечно, ела, но во многом скармливала семейству, а коробочки забирала себе. Ну, в общем, что у меня на данный момент вышито? На самом деле очень немного. И очень грустно. Ну, у меня тут фильтры стоят, потому что, несмотря на то, что я вся такая красивая, я снимаю в 4, наверное, утра. Это я, похоже, сегодня без разминки танцевала и потянула шею. Но где-то я здесь ошиблась. Покажу потом тоже со стола, сниму поближе, без всяких фильтров и с немножко другим освещением, чтобы лучше было видно. Красивейшая ткань и красивейший бисер. Может, поближе он как-то зафиксируется. Он такой черный с синими переходами. Нет, к сожалению, не видно. Ну, ладно, со стола снимем. Вот на таком этапе я остановилась и хочу продолжать. Он у меня есть также в рулетке. Да, он в рулетке есть, но он еще не попадался. Рулетку мы со Светой договорились, что она крутит две рулетки, ну, три даже получается. Одна с названием процесса и две рулетки это с количеством того, что должно быть вышито. И первая, ну, получается, вторая рулетка это с количеством крестиков, потому что у меня основное все это набор крестиков, ну, либо бисером, и либо проценты. Поэтому мы сейчас с вами, после того, как я покажу стол, плавно перейдем к тому, что у меня все-таки выпало в рулетке, и что как раз оказалось очень полезным в процентах. Покрутили уже три раза, но рассказывать об этом я буду все-таки по порядку. Так, переходим на стол и потом возвращаемся. Ну, здесь засвечено, у меня получается. Попробую, конечно, со светом немножко поиграть, может, получится. Ну, вот этот цвет, да, вот так он выглядит. Этот ближе к натуральному, хотя вот если я смотрю своими глазами его не через камеру, то у меня, например, он выглядит очень более таким, как это, цвета корицы. Вот так я бы его назвала. Что у нас? Ну, здесь он совсем засвечивает. Ну да, этот ближе по оттенку, но все равно не то немножко. Ладно, останемся в комфортном освещении для всего прочего. Вот, я попробую вам показать эти шовчики поближе. Вот бисер, если вы видите, он черный, но при этом отблескивает таким сине-фиолетовым. Это вот так. А он еще петит ко всему прочему. Представляете, как здорово это смотрится вживую. Я очень хочу его закончить, этот зонтик, хотя бы к этой осени. Спустя, получается, 2 года. Спустя 2 осени этот зонтик у меня будет закончен. И я обязательно оформлю его, повешу, потому что ну, работа выглядит потрясающе. Бисер, конечно, я не сразу сообразила, что можно бисер пришивать сразу вот здесь. Он должен быть в каждом здесь отверстии. Ну, по ходу разберусь. И вот здесь я, по-моему, споткнулась. У меня ошибка. И отложила, понимая, что я не успеваю закончить. Но мне бы этого очень хотелось. Изнанка. Ну, кстати, изнанка такая не идеальная, конечно. Но и не такая, чтобы прямо страшно. Какие-то здесь узлы непонятные. Вот. Ну, не очень просто ну, нужно хорошее освещение, чтобы шить шовчиками на черной ниткой, особенно на ткани с люрексом. Я прям такую очевидную вещь сказала, но на самом деле замечание, исходя из опыта. Вот человеку, который не вышивал еще шовчики, чтобы он понимал, что глазки тут нужны хорошие. Как все-таки потрясающе смотрится даже через камеру. Мне кажется, я еще какой-то эффект камеры интересный поймала. Что он немножко заднее размывает так удачно. Вот. В этом видео у меня будет много склеек,
Во-первых, потому что я перехожу со стола на себя. А во-вторых, потому что я много перемещаюсь, потому что здесь вокруг большое количество моих процессов. Тут стол завален, все, ну, классика, как, все как у всех. Так, вот так у меня организован процесс, такой вариант организации я вам уже показывала, и это была первая работа, которая мне попалась в лепке. Она у меня очень-очень давно идет. Вообще у меня в планах была такая мысль, я хотела в год вышивать по одной броши гладью. Потому что они у меня идут довольно тяжело, хотя мне нравится результат, в моменте мне нравится процесс, но он мне нравится в моменте как-то. Мне надо войти во вкус, вот вышиваю, вышиваю, а потом вот, ага, начинает нравиться, начинаю понимать. Но я каждый раз через себя довольно сильно переступаю, чтобы начать вышивать дальше. Это получается моя четвертая брошь. Вот этот маяк. Ближе тоже покажу на столе. И, собственно, что у меня там вышло. А давайте сразу перейдем на стол, потому что, ну, свет он такой, засвечивает, ничего не видно, непонятно, но издалека я показала. Пыталась, кстати, вот на такие пяльца перейти. Они прям четко попадают, но так как мне не удалось хорошо запялить и как-то все ехало, если бы с самого начала я так начала, может быть, и получилось, но... Но я не начала так с самого начала, она у меня уже немножко, как вы видите, закривилась. Кстати, вышито на самом деле очень много. Да, хотелось больше, но также мне хотелось покрутить рулетку и уже что-то другое повышивать, поэтому очень быстро, ну не очень быстро, но на каком-то этапе я закончила. И после этого уже перешла в рулетку, чтобы узнать, что у меня будет дальше, потому что мне очень хотелось вышивать свой робин. Так как в этом робине осталась только моя часть. Ну, до робина, когда дойдем, я вам расскажу. А мы сейчас и дойдем сразу после стола. Я вам расскажу, что же, почему же мне так этого хотелось. Так, ну вот здесь схема приближенная. Превью само. У меня, кстати, выпало, я чувствую, отсюда. Нет, не отсюда. Это из другого процесса, который я, кстати, не учла в своих процессах в этот раз, потому что, ну, он между делом должен быть, по идее, закончен. До прямого эфира с Юлей, это вот тот самый мухоморчик, который я вышивала, и который так и не закончил еще. Нитки, нитки. Нитки я вам тоже покажу на столе. Схема, да, переходим на стол. Ну что ж. Так. У меня тут включен режим макро. Интересный эффект. Ну ладно, в этом режиме все равно хорошо бы показать то, что я вам хотела. А это сам маяк. Что же у меня вышилось на этой неделе? Смотрите, все, что вышито на воде, плюс вот эти две скалы. Вот тут у меня немножко дошилось. И вот эти полосы. Все остальное у меня было вышито еще, мне кажется, года полтора назад. Ну, изнанка здесь такая разная. Где-то у меня появлялись петли, я их буду подхватывать. Но на самом деле осталось вышить не такие сложные части. То есть, ой, не шевелись. Небо и немного воды. Ну, тут какие-то блики вот здесь надо будет вышить на зелени, и все. Здесь используется светящаяся в темноте нить и используется блестящая. Но блестящую вы видите, она играет. Она ну, с отблески луны на воде и в свете маяка. И все. Очень красиво получилось. Мне тяжело идут вот такие работы, но при этом мне очень нравится результат. Оно как-то получается. И такой вот маяк. Кстати, такая брошка у меня тоже есть от Панны в запасах, но не вышитая. Сюда вот я прикрепила и сюда паркую иголку периодически по ниткам. Нитки у меня на паковском органайзере. Так. И их вполне себе много. Это гамма. Гамма все-таки у меня слоится. Это меня огорчает.
Этим я ее не очень люблю. Ну, в остальном, в принципе, цвета красивые, яркие. Вообще вопросов в гамме и нету. Вообще, по статистике, я специально ее провела перед тем, как снимать, у меня 25 процессов из них. Ну, я хотела, конечно, более глубокую аналитику провести. Ой, сколько там авторских схем, сколько не авторских, но я решила, что это будет очень долго, а снимать уже хотелось. И чем ближе утро, тем больше я превращаюсь в тыкву. 25 процессов. Один набор – это алмазная мозаика, та самая кубинка, которую вы видели, она у меня так и легла. Видимо, вот без таких вот подпинываний мне будет не перейти на следующие какие-то процессы, а я очень быстро еще загораюсь чем-то новым. Поэтому у меня появилась рулетка, и поэтому я себе решила взять за правило, так как мне хочется заканчивать то, что у меня есть, хотя бы две вышитые работы, и только тогда может быть один новый старт. Ну, если этот старт не в рамках вот этих процессов, потому что у меня две работы, по-моему, здесь еще не начаты. И если он... Ну, постараюсь соблюдать на самом деле размерность. Если закончена небольшая работа, я могу взять себе в процесс небольшую работу. Как-то так. Значит, одна алмазка, одна гладь, которую вы видели, это маяк. Шовчики вы тоже видели, одни шовчики. Одна валяние шерстью енотик. Я, кажется, показывала его когда-то уже. Это самое-самое первое, с чего я пришла к рукоделию. Вот перед самыми крестиками и так его не закончила. Надо его закончить. Да там осталось на самом деле немного. Но мне кажется, сломались иголки. Мне, соответственно, надо в Леонардо прикупить иголочку. Или умыкнуть у кого, из какого-то набора, который моим детям подарили. Мне все равно надо в Леонардо докупить нитку для моего Робина. Так, одно валяние, две бисерные работы. Вот один чешир и одна у меня планируется вышиваться. А я ее покажу сегодня в своих покупках. И одно вязание. Вязание это у меня зомбозайчик. Зомбозайчик для сына. Одного у меня связан. Сейчас вяжется, по-моему, для дочки. Вот. Но там такая мелкая плотная вязка, мне тяжело. Я взяла специально поменьше крючок, чем положили его в набор, потому что там набор шерсти настолько впритык, и так плотно надо вязать, чтобы это выглядело симпатично, и это тяжело. Мелко, ну, по сути, вот такого небольшого размера получается работа. Ну, чуть меньше с мою ладошку, это с учетом, если она будет с ушами заяц этот. Вот, поэтому не очень легко у меня идет. Именно по этой причине он у меня и в рулетке, чтобы, ну, чтобы он вязался. Так, следующая работа, это то, что у меня выпало вторым в рулетке. Это мой Робин. Вот так он у меня был организован. Он у меня ходил, по-моему, полтора года. Его вышивали 13 девочек. Я 14-я. Вот так он выглядит на превью. Я думаю, что такой вариант отшива уже видели. У меня здесь должны быть даже названия. Схемы. Ники Лиман, если я правильно говорю, это вот центральный элемент, который вышиваю как раз сейчас я. И еще один элемент это LHN, я не знаю, как это правильно назвать, Little Ship Weird, я подпишу. Я это не назову, я это подпишу. И то, и другое название. В общем, схема бумажная, но у нас девочки сделали перенабор, то ли сделали, то ли нашли вот этих овечек, а я себе перенабрала центральную часть. В чем вообще идея? Ну, во-первых, мы овчинниковы, поэтому здесь столько овец, и я добавила пятую овечку, потому что у нас в семье пятеро. В свое время девочки запускали совместный отшив
Вот пример, вот как раз совместили это два отдельных дизайна, вот эти маленькие квадратики с овечками, это один дизайн, и большой элемент, это другой дизайн. И вот они это совместили, и у девчонок разные, на самом деле, варианты, как это выглядит. А у меня... Один из них мне очень понравился, в общем-то, я скомпоновала, распечатала схему и предложила девчонкам. Также в такой органайзер у меня собраны ниточки. Это нитки DMC. Вот здесь у меня, кстати, нитка, которая уже почти закончилась, которую надо докупить. Вот здесь она. То, что я сейчас использую. Откуда пасма, из которой я достаю нитку. Здесь у меня пасма, которая оставшаяся. Я ее не стала наматывать. Просто вижу, что осталось немного. Раскрутила, но немного, но много. Поделила пополам и вышел почти вот тот размер, который я нитки обрезаю. Обычно я обрезаю нитку, как я растягиваю на всю длину в сторону руки. И вот такой вот длины обрезаю нитку. Складываю пополам, потом креплюсь петелькой. Вот мне такая длина комфортная, очень нравится, я не люблю часто менять нитки. Меня это немножечко раздражает, наверное, громко, наверное, сказано, но предпочитаю вышивать длинные, в общем. А здесь у меня обрезочки нити. Очень удобно, на самом деле, в таких органайзерах, вот когда только один процесс и не полностью занят, потому что, ну, я люблю подрезать и... подрезать и складывать в одно место. А так они у меня нитки. Несмотря на то, что есть мусорнички, нитки лежат много-много где. Вообще, этот Робин я начала свою часть в тот момент, когда смотрела Юлин прямой эфир, готовилась к нашему прямому эфиру. И она рассказывала про куснапы, как она их наращивает. И мне резко вспомнилось, что ага, у меня оказывается... Я думала, у меня все занято, а я хотела, чтобы дизайн весь вошел... Весь мой элемент вошел в куснапы сами, в раму, может быть. Но рама тогда такой длинной, мне пришлось бы поворачивать, она была бы очень большой. А куснапы, ну, как бы, куснапы были, мне казалось, заняты. И тут я вспомнила, что у меня же есть элементы для наращивания. Стала искать и наткнулась на длинные палки, в которые идеально вошел дизайн. О. В общем-то... Вот такой вот процент у меня уже вышел. Вышит. Это даже не половина, на самом деле. Как бы ни казалось, как бы ни хотелось. Добавлено у меня... Какая же овечка? Я подвинула, видимо, немножко. Или нет, не двигала. Да, я посередине просто поставила... Да, вот эта овечка у меня добавлена. Ее посередине нету. А у меня есть. Вот, остальные дизайны девочек я вам не покажу, я их покажу, когда буду уже готовый финиш снимать, вот тогда вы все увидите мой магнитик, с которым у меня каким-то чудом финишируются работы, вот там, где у меня этот магнитик, он меня, ну как, я вышила работу первую, сняла с нее магнит и что-то то ли стартануло, то ли к чему-то перешла, где у меня магнита не было, прикрепила туда этот магнит. И у меня та работа закончилась. Вот это уже третья, и она летит. Ну, во-первых, это одна нитка, один цвет. Это очень удобно. Вот, и я стараюсь как-то так идти. Ну, я креплюсь петелькой, а в конце микростежком. И я первое, что я сделала, вот смотрите, я пошла из центра, нашла где-то здесь, здесь центр, спустилась вниз и вышила в две стороны два ряда. Они полностью, там, по-моему, 80 с чем-то крестиков, 89, возможно, даже. В общем, они полностью помещаются, ну, беспрерывно. Там нету ни цветочков, ни овечек, поэтому это от начала до конца основания. Вот я два ряда вышила, а дальше перешла на эту сторону и стала вот отсюда идти дальше, дальше, дальше. Вот здесь я себя уже по рукам практически била, останавливала, потому что норма, которая у меня была в крестиках, здесь всего лишь 500. Причем был такой момент, я скидываю Свете маяк уже вечером, и Света говорит... Тебе рулетку завтра покрутить или сегодня? Я говорю, давай сегодня, я планирую сегодня повышивать. И ту ночь я тоже не спала. Я тогда вышила 600 с чем-то крестиков. Ой, какой 600? 800, наверное. У меня там планшет лежит с сагой. Сейчас не вспомню, но подпишу, сколько у меня в ту ночь было вышито крестиков.
И я прям, ну, я долго вышивала, для меня это было большое количество, и у меня прям нарисовались овечки. Потом у меня появился следующий процесс, а я все равно еще попутно беру этих овечек, и мне их не отпустить. Думаю, ну, господи, ну, хоть, может, я траву закончу, а вот когда трава этого цвета будет закончена, на этом этапе будет почти половина, но еще не половина. Здесь около 5000 крестиков, да. Может быть, есть капелька бэкстича, там наверху окошко, домик, вот эта часть дверцы, вот это, и вот здесь домик стоит. Причем в оригинальном дизайне он такого кирпичного, бордового цвета, что ли. А мне понравилась одна из девочек, вышивала его таким, как цветочек на у одной из овечек. Таким, как вот этот цветочек. А вот он здесь, кстати, да, такого цвета. Поэтому я этот же цвет и взяла. Он мне очень нравится. Кирпичный мне не хотелось. Как-то вот оно все прям засвечено. Ну и на самом деле дизайн такой достаточно ламповый. Такой немножечко сепия. Ткань. Ткань у меня здесь линда. И вот этот вот самый мраморный цвет, который есть в Мурана, но он один такой, не ошибетесь. Я еще сомневалась, брать его или не брать. Вернее, мне очень хотелось его взять. Это как раз когда у нас все девочки придумали, а давайте стартануть. Ну, кто-то там придумал робин, и у нас понеслись робины. Некоторые робины, на самом деле, еще до сих пор не... Два до меня не дошли, парочка не организована еще. А прошло уже, наверное, года полтора-два. Что-то около 2 лет. Да. Ну, ладно. Они до меня дойдут в комфортное мне время. Я прям в это верю. Скоро, кстати, мне кажется, Юлин Робин с домиками мне должен прийти или с мухоморами. Наверное. Я хочу сделать как? Оформить его в багетку. В багетке обязательно без стекла. Но под багет я хочу спрятать, заламинирую, скорее всего, листочек, на котором будут написаны фамилии, имена девочек, всех, кто участвовал в вышивании этого Робина, и там каждый там френдшип, кто вышивал вот это все с годом рождения, потому что я верю, что все это будет на века, и когда-нибудь, может быть, какие-нибудь давние-давние потомки решат постирать вышивку или багет переделать и наткнуться вот на эту бумажку, и имена девочек будут увековечены. Такая вот история с этим Робином. Надеюсь, он меня... Ну, сейчас он у меня как основной процесс, на самом деле. Вот. И да, как только я поняла, что у меня есть на него куснап, я сразу натянула на них робин и сразу стартанула. Хотя в это время у меня было большое количество дел. Но пока я не вышила первые там почти 100 крестиков, я не смогла остановиться. Ну и сейчас я поняла, что примитивы... Особенно, да, и с секционным крашением, но если особенно без секционно крашенных ниток, они как семечки, их просто не выпустить из рук. Они вышиваются, вышиваются, вышиваются. Они прям, ну, мне очень нравятся. Я примитив пробовала календарь от Совиного леса вышивать, букву тоже от Совиного леса. И у меня лежит чертополох от Совиного леса. Может быть, кстати, я его стартану, когда закончу что-нибудь довольно масштабное. Ну, еще у меня примитив Long Dog, который я вам сегодня покажу в процессе. В общем, действительно, они идут очень хорошо, особенно если комфортная ткань, основа. Линда очень комфортная для меня основа. И я первый раз пробовала, когда про Робин. А я, кстати, не помню, я его сняла, да не выложила, наверное. Надо будет посмотреть, если что, выложить. В общем, Танюшин календарь от Совиного леса был на Лугане. Это 25-й каунт, и мне очень понравилось. Я первый раз пробовала эту ткань, хотя у меня в запасах есть. Понятно, что оно крупнее, но оно для меня комфортно вышивается. Очень-очень-очень комфортно. Вот, ладно. Овечек мы откладываем, я думаю. Более подробно и на столе мы их посмотрим потом, когда будет финиш. Я надеюсь, он не за горами. А если мы... Куда бы их отложить? Откладываем овечек. Я, наверное, сразу перейду к следующей части рулетки, к третьему прокруту. Вот здесь я немножко споткнулась, потому что процесс, который я вам покажу, был у меня выбран как дорожный.
Поэтому я его достала, организовала. Ну как, организовала, громко сказано, положила в органайзер и стала с собой возить. И стрепала в итоге, но так и не стартанула. Я поняла, что это некомфортный процесс для дороги. И он уже истрепанный, мне пришлось... Ну, что делать? Придется вышивать. Поэтому он у меня оказался в робине. В рулетке. Света ее покрутила. Процесс у меня называется... Он даже у меня толком не организован, потому что он у меня сейчас шьется. Он называется у меня совы. Да. Вот такие совы. У меня есть на них сага перенабранная. Поэтому вышивать проще, но они вышиваются на 10-м каунте. Это не очень удобно в 3 нити. Я уже подумала, что, может быть, было смысл взять 14-й каунт и вышивать в 2 нити и не ломать голову. Но, с другой стороны, здесь, например, есть бык в одну нить, что я половинила бы нити. Понятно, что никто, ну, как бы, те, кто принимает такое решение, вышивают в одну, так в одну. Но я не захотела нарушать пропорции. Здесь я все-таки местами раб ключа. Но еще меня испугало, что они могут быть мелковаты, поэтому я не рискнула. Внутри в наборе лежит магнит, но я где-то он лежит у меня. Не знаю даже где. Не знаю. Но магнит. Но я не буду их, скорее всего, делать магнитами. У меня, конечно, есть время подумать. Я думаю, что это будут елочные игрушки опять. Одна совушка у меня уже вышита. Планировалось мне сделать с ними что? Изнанка вот страшнейшая. Ой, иголка потерялась. Страшнейшая изнанка, на самом деле, у меня такое бывает крайне-крайне редко. Но сейчас оно так. Потому что меня как-то вот сфокусируешься вот так на них. Нет, не фокусируется. Ну и ладно. Вот. Цвета поярче, посочнее. Ну, мне нравится, как здесь выглядит. В общем-то, я планировала сделать их двусторонними. Но две мои подружки, Саша и Лена, у обеих я, кстати, была дома в гостях. Сейчас добавлю здесь ссылку на видео, как я у них дома. Вот. Они не вышивают с двух сторон, они не видят в этом смысла, объясняя это тем, что с другой стороны, если ты вешаешь на елку, все равно не видно, зачем мучиться. Поэтому Саша придумала вообще, пришивает шерсть, прям, ну, как мех, вот мех пришивает на задник, и они пушистые выглядят, и мы с ней, когда это обсуждали, я хотела ее послушать на этот счет, чтобы она меня, скажем так, убедила. Но в итоге... Господи, видео, мне кажется, опять 2 часа будет. Я уже больше полчаса снимаю. Это только себя. А я еще стол не посчитала. Ну ладно. И у меня возникла идея. У брата, как помните, на одном из прошлых видео я показывала, что набрала обрезки кожи. Я просто кожей это дело все за... пришью сзади, сделаю задник из кожи. Обошью, как я это люблю, через край, как меня Риолис научил это делать в снежинках. Мне очень понравилось, я теперь это практикую везде, где только можно. И будут у меня вот такие вот елочные игрушки сзади, еще, может быть, перья нарисую. Как Саша сказала, имеет смысл вышивать с двух сторон, когда у тебя вышивается, ну, вот здесь мордочка, а там спина, тогда да. А две одинаковые, ну, зачем тратить свои силы на то, что, ну, КПД не очень большой, и она, в общем-то, права. Ну, и это и хорошо, мне как раз хватит канвы, мне не придется выяснять, какая у меня там канва лежит, 10-я или 11-я. А я не помню, что у меня в остатках. Нитки. Ниток не хватает безбожно, как обычно у Риолиса, хотя я максимально стараюсь выходить в ноль, подсчитывать, чтобы мне хватало нитки, вот как раз, чтобы поменять, с минимум протяжек, но нет, так не получается, ниток не хватает, и благо у меня есть вся палитра Риолис, поэтому я собираю, я просто подберу спокойно всего, чего мне не хватит, и не буду страдать, не вижу в этом смысла. Что могу сказать? Мне не очень нравится вышивать на таком большом каунте,
ниткой в три сложения, потому что крестики, ну вот сейчас результат, конечно, красивый, но, во-первых, у Риолиса большие разбросы вот по этим крестикам разного цвета, а во-вторых, очень сложно соблюдать максимальное прилавление нити, опять же, с учетом того, что у них большой разброс по крестикам. Проблема того, что когда снимаешь в ночи, когда происходят какие-то движения, шевеления, становится страшно, потому что их не должно быть здесь сейчас. У меня под столом, ну, батарея, а на батарее такая сушилка для носков. Муж сделал лежак для кота, он там лежит греется. Он решил умыться, а я краем уха слышу какие-то звуки странные. То ли кто-то из детей идет, то ли что, я так испугалась. Мне кажется, он так будет делать каждый раз, когда я буду снимать видео, а я каждый раз бояться этого. Вот. Не получается, да, из-за этого разброса соблюдать максимальное преломление нити, и поэтому получаются такие крестики, вытянутая такая звезда. Кривая, как я сегодня. Ладно, хватит обо мне. Кривая звезда. Ну и по саге получается чуть меньше 900 крестиков. Это включая бэк. Ну, то есть чуть меньше 900 единиц. Меньше, реально меньше, 980 с чем-то, но по саге мне выпало 900 крестиков. То есть получается, что мне нужно вышить всех сов трех и оформить их. Тогда будет считаться выполнено условие рулетки. А рулетку мы крутим в тот момент, когда я вышила то, что у меня выпало в рулетке, и мы крутим следующую. Кстати, да, с овечками было. Получилось, так получилось, что я вышила за ночь больше нормы. Рано утром Свете скидываю, говорю, Свет, я все. Она такая, ну, а я уже наготове. Я, говорит, я знала, что так будет. Ну, не совсем так она сказала, но, как я поняла, суть была в этом. Тут же покрутила мне рулетку, как раз попались эти совы. Ой. Так, надо закрепить иголку, чтобы я ее не потеряла, и, наверное, перейти к чему-то следующему. Наверное, к тому, что ближе под рукой. Здесь мне постоянно приходится использовать грейфер. Да, вот это остатки ниток, которые мне, я не знаю, насколько хватит. Надо пока, наверное, не закончилась она у меня полностью, подобрать себе в моих запасах нитку. Это мы откладываем и смотрим, что у меня под рукой. Так. А под рукой... Здесь какие-то игровые монеты положили. А под рукой у меня мой новогодний набор. Видно, как я иду на самом деле из центра. Но мне нравится вышивать, доходить до краев и идти с краю, но начинаю я всегда из центра, потому что были проблемы. Этот набор я начала в новогоднюю ночь. Подбой курантов. Это моя традиция. Когда... начинают бить куранты, мне нужно сделать первый крестик, мне нужно написать на бумажке свое желание, сжечь ее, кинуть в бокал шампанского и выпить ее. И все это за бой курантов. Я это проделывала 3 года, и 3 года я успевала. Но есть одна проблема. 2 года из этих 3 я... Что же у меня происходило там? Я стартовала не в правильном направлении, и вон там вот не видно, да, не видно. Работа позапрошлого года. Были у меня начаты... как же это? Ой, моя шейка. Крупиничка и богач от МП-студии, от Жар-птицы. И набор вот так идет, а я начала вышивать вот так. А он вытянутый. И он у меня в итоге сейчас так оформлен. Оформляла я сама, заказывала у пчелок гамовскую раму. Она по размеру, но не в моем случае. Я не знаю, что я буду с этим делать. Я наращивала, как-то дотягивала, но все равно у меня вот как-то вот торчит, мне не нравится. Буду думать, либо я буду действительно багет заказывать, может быть, какой-нибудь простенький, переоформлю, хотя мне очень нравились эти рамы, они получались как раз под размер. Так вот, это, кстати, этот магнит и вот этот маячок мне подарила на день рождения Лена. И в одном из процессов он у меня лежит.
Так вот, это набор Милхила, видишь, он на старый. Здесь, кстати, у меня то же самое случилось. Я вышила не в том направлении, в котором хотела. То есть я хотела вышивать вот так, но я ошиблась. И мне везет, что набор квадратный Милхил. А, это Вишен Стар. Где-то у меня лежат отдельно превью набора. Я его просто добавлю дополнительно. Вот пока я здесь говорю, думаю, что-то он уже на вашем экране. А почему он у меня так странно выглядит? Потому что, как я сказала, я стартую из центра. Из центра нашла центральную часть, вышила элемент, чтобы мне уйти в переход. Главное, чтобы крестики соединяли, чтобы ошибки не было, иначе так я могла тоже накосячить, и это была бы большой проблемой, если бы у меня не сошлось. А такое уже, по-моему, было давно очень, поэтому я себе этого не позволяю. Я беру, делаю что? Значит, дошла по цвету, чтобы уйти вниз максимально, была вот такая вот дуга. Далее я пошла вышивать другой цвет. Как же его назвать-то такой? Не знаю, цвет кожи, наверное, телесным цветом. Пошла вниз, максимально вниз. Стала вышивать вот эту нижнюю часть, где надпись. И вышила сразу рамку. А вот здесь мне захотелось немножко цвет поменять. Я уже здесь в рамке, там, где будет надпись, немножко устала. Но мне хотелось долго шпарить одним цветом, а после этого у меня появился Робин, и я это желание прям очень сильно реализовала. Поэтому пока это все так выглядит, но на данном этапе я иду вверх, вверх, вверх. Я дойду, вышью всю бежевую рамку. Следующее, наверное, что я сделаю, это вышью крестики полностью зеленую рамку по кругу. И уже потом пойду на сам сюжет. Бисер буду пришивать в последнюю очередь. Также сейчас подпишу, сколько процентов у меня вышито. Вообще на каждой работе, где у меня есть возможность посчитать проценты, я это сделаю. Вот. Мне лень сейчас вставать и идти за планшетом. Хотя скоро придется однозначно встать на следующем наборе. Но он мне очень нравится. Это у меня... Что это у меня? Это у меня кэшел, по-моему. Кэшель. Напишите, кто как называет и как правильно, на самом деле, я не знаю. Слышала оба варианта, поэтому мне нравится больше. Я привыкла к кашель, но мне почему-то показалось, что кэшел это более правильно. Вот. Не знаю. Хотя, наверное, однозначно правильного ответа на это нету. Процесс очень нравится, и хотелось бы, наверное, его уже тоже скоро в рулетке получить, потому что, мне кажется, его можно вышить достаточно быстро, хотя маленький процесс. Я его полностью перенабрала, я 2 или 3 дня потратила на то, чтобы перенабрать эту схему. И у меня не получилось, так как там очень мелкая схема, я ее отсканировала, но все равно она поехала. Поэтому часть схемы я по подложке перенабирала, а часть просто вручную брала квадратами 10 на 10 перенабирала. Ну да, сага у меня на нем есть, и он побольше. Сколько там, кстати, по саге он мне пишет, я тоже подпишу. Больше, чем я ожидала. Но не критично, в принципе, такая работа. Если плотненько заняться, то там с моей скоростью за 2-3 недели я бы ее закончила. Ну да, с моей скоростью, отвлекаясь на все прочее. Вот, а покажу сейчас, где у меня хранятся нитки от этой работы. Это также на день рождения мне был сделан такой прекрасный подарок Сашенькой. Она мне сшила органайзер. И вот то, что я вам не показала, но в этом органайзере еще вот такой чехол для ножниц. Надо покрасивше ножницы купить сюда. Вот. Что там еще есть? Сразу органайзер, да, покажу. Вот так его можно носить удобно. Ручка есть. Вот здесь у нас ручка. Здесь у нас на магнитах. Они хорошо закрываются, но почему? А, я просто не попала. И хорошо держится. Вот. Это достаточно плотно. Здесь внутри для бобинок с нитками есть планшет. Наверное, так это можно правильно назвать. Также у меня здесь лежит бисер.
какой-то из законченных наборов магнит. Лежит у меня нитковдеватель, надо не забыть, я его очень люблю. Это Джун Джеймс нитки, потому что первый процесс, который здесь у меня был вышит, это... И остатков здесь нет почему-то. В общем, я его покажу в финишах. Это было от РТО зимние ягоды. Синичка, шикарнейшая синичка. Но их у меня будет три. Я видела на стич.ру, как девочки оформляли эти наборы. Один я сразу докупила. Вот этот я докупила тепло вдвоем. А это у меня было. Лена подарила мне еще ткань под тот набор. Я думала, что о, отлично, мне как раз на набор хватит ткани. А потом меня торкнуло выше этих трех, а мне хватит здесь только на второй. И наступил момент, что я психанула и на шелковой нити заказала отрез, по-моему, 80 на полтора метра. Или на метр какой-то, на 1,40 м, скорее всего, ширины. 80 на 1,40 м вот этого сплэша базальтового. Он мне очень нравится и, судя по всему, много где будет использоваться, поэтому пусть будет так. Что означает, что вот эти вот снежинки не будут вышиваться. И видите, здесь везде Аида, а здесь появятся снежинки, которые, собственно, саму ткань. Также Леной был... А, давайте я закончу с органайзером. Так, внутри у нас подмолвный кармашек. И все, у меня сюда помещаются процессы 2-3. Таких небольших. И помещаются нурги номер 3. То есть до третьих нурги все помещаются. Вот так у меня организованы ниточки органайзером, который тоже подарила Лена. Лена вообще архинаблюдательный человек, потому что она... Это на день рождения был подарок, среди прочего. Она знает, что я очень... Ну, она наблюдает, замечает всякие мелочи. Лена очень наблюдательна и запоминает разные мелочи, которые позволяют ей делать такие интересные, уникальные подарки. Она знает, что я очень люблю овечек и чертополох. И поэтому мне дарятся овечки и чертополох. И, естественно, они сразу же идут в работу, потому что прям душу мне греют их. Надо, кстати, будет набор с чертополохом Совиного леса я начну после того, это король чертополох, после того, как закончу вот этот, где у меня, собственно, все на чертополохе и организовано. Ну, это набор на желание был в новогоднюю ночь, поэтому все, что мне близкое, родное, исполняет желание, у меня здесь. Вот. Не знаю, разбор, конечно, ниток Мелхила, это отдельное удовольствие еще. Американцы, похоже, вот все, что американской сборки, они это отдельный вид извращения. Месье знают толк в извращениях. Если у тебя нет карты DMC, то можно очень-очень сильно помучиться. Не можно, а, как правило, все и мучаются. Тут, кстати, есть еще и пчелка, это еще один символ, который я очень люблю. Так что здесь все сложилось по ниткам. Ближе вы, наверное, в более удачном освещении вы этот набор увидите в тот момент, когда он мне выпадет в рулетке. И тогда я покажу. На самом деле неплохо показывать, наверное. Интересно мне и, надеюсь, вам показывать мои продвижения периодически по рулетке. Потому что наборы будут разные. И вот такой вот формат ротации мне нравится. Кстати, да, когда мы снимали эволюцию вышивальщицы совместно с Юлей, мы обсуждали ротацию, и мне нравится Юлин подход, что она вышивает все по чуть-чуть, но мне себя довольно сложно организовать на это. А рулетка мне в этом помогает. Оказалось, что для меня это очень-очень комфортный вид ротации. И так как это у нас в чате происходит, это индивидуально моя прям рулетка. На каком-то этапе я могу там попросить горшочек не вари со света, сделать паузу, а потом вернуться к этому, если я устану. Это комфортно. Это хорошая мотивация, но не обязалово. Мне это нравится. Так, наверное, стоит сейчас вычеркнуть
вычеркнуть все то, что я вам уже рассказала, потому что я начинаю путаться. Значит, Вишен и Стар показала, Робин показала, Маяк, Совы, Чешир, Шовчики. Ой, вы знаете, осталось только раз, два, три, четыре. Я большую часть показала. Это очень хорошо. Всего лишь 51 минута. Следующий мой процесс, который не двигается уже год как, это Космонавт. Он так и называется, от Маштаковой. Да, это авторская схема, очень красивая. Превью я вам тоже постараюсь добавить. Сделаю, наверное, превью. Нет, я найду картинку, я вам постараюсь добавить. Оформляться он будет, я полагаю, что все-таки в круглый багет. Но это не точно. Посмотрим, это для детской. Спонтанно я его стартанула. Это было год назад. Ровно год, месяц и неделя назад, наверное. Ну, может, чуть меньше. Тогда Юля первый раз открыла свою вышивальную игру. Начала свою вышивальную игру. Вышивальный декодер. Суть в том, что ты выбираешь 4 набора, которые вышиваешь. А есть такая настольная игра декодер. Постараюсь вкратце обрисовать, но ссылку я на Юлину страницу оставлю традиционно, и там вы можете подробнее почитать про этот декодер. Тезисно. В общем-то, выбираешь 4 набора или авторские схемы, которые ты вышиваешь, можешь менять основу и начинаешь их вышивать. Ну, не говоря никому, кроме ведущей, которой Юля, собственно, является, что же это за наборы. И дальше остальные участники должны угадать, что же ты вышиваешь. А вышиваются за неделю 3 из 4 работ. Они выбираются по принципу карточек декодера. Там в самой игре есть такие карточки, шифр за... нарисованный шифр. Допустим, цифры 2, 3, 4. То есть ты своим набором даешь номера. И, значит, на втором наборе ты вышиваешь... Ну, там, на одном наборе ты вышиваешь 100 крестиков, на втором 200, на третьем 300. Но какой этот набор будет по счету, выбирает, собственно, эта карточка декодера. Например, на карточке написано 2, 3, 4. Это значит, что на втором наборе ты вышиваешь там 100 крестиков, на третьем 200, и на четвертом 300. И это позволяет двигать все эти процессы. Остальные отгадывают в этот, ну, и в процессе отгадывания из игры наборы выбывают. То есть ты их можешь в рамках декодера, собственно, вышивать, но их уже никто не гадает. В общем-то, ты стал дальше от победы. Задача в том, чтобы отгадать наборы, ну, на выживание. Вот кто останется в конце со всеми своими наборами, тот и победил. Ну, там еще дополнительно насчитываются каждую неделю очки за там сколько-то за вышитое, значит, очков, сколько-то за неотгаданных, сколько неотгаданных, за каждую неотгаданную тебе насчитываются баллы. В общем-то, игра очень интересная, но из-за Юли, я второй год подряд из-за нее стартую. Из-за Юли тогда у меня появилось 4 старта, которые, как только я, ну, выпало из декодера, они у меня остановились. Я их периодически что-то из этого беру и вышиваю, но очень медленно, поэтому эти наборы у меня в рулетке, и мне хочется их уже продолжить. Вот на данном этапе на экране сейчас у вас появится процент вышитого. Но сегодня я покажу из них только 2 из декодера, 2 набора. Собственно, это вот этот космонавт и нитки. А как же у меня организованы нитки? Здесь так. Сначала немножко расскажу про вот эти пяльца. Их мне Катюша подарила Куницына. Она спросила, кому надо. Мне всегда надо все, на чем можно вышивать. И ткани, и, собственно, всякие пяльцы, потому что я многопроцессница, как я это поняла. И даже имея там не слишком много процессов, тебе нужно, чтобы под эти процессы у тебя были комфортные вышивальные помощники. Поэтому эти пяльцы мне, кстати, понравились. Я на них вышиваю уже год.
периодически. Ну, здесь опять же разброс. Надо было стараться еще вышивать так, чтобы не угадали, что ты вышиваешь. Но дальше я уже пошла руку, у меня рука появилась. Это уже на том этапе, когда меня разгадали. Вот. Кажется, а может, его и не разгадали. Я не помню. Не помню, не суть. Ну да. Я просто в какой-то момент поняла, что я не тяну все свои робины. Робины тогда, да, пошли. Вышивальные игры, совместные отшивы. И просто у меня когда-то происходит слом, и я пропадаю отовсюду, со всех радаров. Я перестаю снимать видео, я перестаю вышивать и участвовать в играх, и я просто вылетаю. Вот это был тот самый момент, когда я отовсюду вылетела. Вот, ну, так, как у меня организованы нитки? Я, пожалуй, космонавта в сторону отставлю. Вот в такую коробку. А, вот от того пледа, что вы видите у меня на диване. Саша нам дарила их на Новый год в том году. И, собственно, коробку оказалось удобно использовать под то, чтобы сложить там все свои для декодера процессы. А вот сейчас интересно, я даже не знаю, где у меня нитки. Они у меня где-то должны быть организованы во что-то, но здесь их нету. К сожалению, буду искать. Поэтому, наверное, мы плавно отходим от космонавта. Но на самом деле там такой же органайзер, плюс-минус, только прозрачный, такой же, как я использовала в своем Робине. Ничего там сверхъестественного, но надо держать в голове, что нитки DMC у меня туда переехали. И какие-то я могу не найти из-за этого. Ну ладно. Плавно переходим к следующему моему старту. В рамках декодера он выглядит вот так. И его точно отгадали. Здесь у меня Юлин магнит, который она мне дарила на Новый год в том году. Вот это, по-моему, совинный... Нет, волшебная страна. Куснапы, кстати, Калин. Не очень хорошо. Хотя нет, вроде неплохо держит. Если вы заметили, у меня уже оверложены ткани пошли, потому что я на машинке стараюсь оверложить. Изначально машинка там я хотела иметь именно для этого. Оверложить то, что у меня есть. Вот. Чтобы не сыпалось, меня бесит, когда сыпется ткань. Но сейчас мне стало иногда лень это делать. Хочется быстро стартовать и доставать машинку. В общем, но надо как-то себя собрать в кучу. Так вот. Иголку, которую вы видели в органайзере, которую мне сшила Саша в домике, который построил мой муж. Ну ладно. Так вот, эта иголка из набора РТО как раз отсюда. А, нет, не отсюда, это было из другого набора РТО. Джон Джеймс. Но если у меня есть иголки, то я стараюсь не распечатывать. Думаю, пусть оно у меня такое небольшое собирательство. О, час, уже час снимаем. Ну, у вас больше, потому что я там наснимала еще наверняка. Ну, не наверняка, а точно еще стол есть. Ну, ладно. Этот набор... Вот он. Не стоит гладить кошку против шерсти от РТО. Я вышивала фон, чтобы было не отгадать, но на каком-то этапе, естественно, это стало очевидно. И сейчас уже самое время перейти на кошку. И очень мне хочется. Я помню, как я бредила этим набором, как я его хотела, как я его долго ждала, когда увидела на видео с формулы рукоделия. Это было первое видео с формулы, которое я смотрела. Я была очень впечатлена. Ну, как я уже говорила, здесь у меня немножко свет подкручен. И ну, вы видели наверняка этот набор, что он гораздо-гораздо ярче. Поменяла ткань. Сейчас покажу, что было в наборе. Вот эта Аида была непосредственно в наборе. Я долго выбирала давно. Мне кажется, года 3 еще назад. Я выбирала под эту, ну, заменить на равномерку. Мне очень хотелось поменять на равномерку. Я, в принципе, сторонник сейчас менять на равномерку все, где не полный зашив. Она не очень похожа. Как вы видите, она светлее. Ну и, наверное, менее зеленоватая, такая более голубоватая. А эта такая
серо-зеленая, что ли, я вот так ее назвала. Но мне очень нравится эффект, который получается именно на этой ткани. Переход практически не виден. Он очень такой плавный, поэтому видно, что из фона мы переходим в фон. Здесь я, кстати, сверху донаращивала вот эти вот моменты, потому что по схеме, вернее, по набору, как вы видите, здесь обрезана у нас верхняя часть. Все заканчивается длинным, ну, таким большим ухом, ближним к нам. И обрезана вот она. Здесь это, соответственно, закончилось бы вот здесь. И все, что у меня вышито выше, мной придумано. Плохо видно, но там вот этот самый фон. Ну и на самом деле очень хорошо, что это видно довольно плохо. Это не только у вас на видео. Он, кстати, вот вдалеке получше видно. Вот здесь, получается, заканчивалось оно все. У меня добавлено. В жизни это тоже не очень заметно. Оно сливается. Мне этот эффект очень нравится. Уже пора бы переходить на кошечку. Я жду, когда у меня Света докрутит до кошки. Ну и здесь, да, как вы видите, это снова куснапы. Но куснапы, которые полностью не влезла, поэтому будет вышиваться верхняя часть. А потом я буду переходить ниже. Да. Это... А я не помню, что это за... А, тот случай, когда я верложила, не обрезая. Вот как называется. Ой, полетели у меня тут коробка моя. Вот так называется эта ткань. Я снимаю на фронтальную камеру, это зеркальная. Я прочитаю. Casual 28 аккаунт, цвет. Да что ж ты. 3281/778. Вот. Тут полукрест, а дальше уже пойдут крестики, котик. И я хочу быстрее прийти к глазам. Я хочу, чтобы у него появились глаза. Это очень будет стимулировать быстрее его вышить. Но пока стимулировать, конечно, больше будет все-таки Света. Так. Нитки я уберу. Не все нитки я объяснила с органайзера, чтобы не запутаться. Но на органайзер они у меня вот так припаркованы. Органайзер, кстати, от Танюши, который я вышивала Робин Совиного леса. Вот. Он у меня очень быстро пригодился. Ей он уже был подписан очень удачно, потому что это все это время не стирается. И это хорошо, потому что высчитывать удуреешь. Вот почему они не подписывают? Я сегодня, кстати, про нумерацию мы с вами поговорим в моих покупках. Так, и у нас осталось на самом деле всего лишь две работы из 10. Как бы мне это все... Как бы мне это все убрать, чтобы я смогла дотянуться до них? Это такие две работы близнеца. Вот я не, у меня очень сложно снимаю этикетки. Хотя надо это сделать. Под рукой ножниц нет. О, я так сняла. И здесь тоже этикетки на обоих. Зачем я так сделала, я не понимаю. Вот уж здесь можно было бы снять. Вот, два таких брата-близнеца с организованными процессами. Начну с многострадального, всеми вам известного процесса, который у меня скоро уйдет. Но не потому, что я его финиширую, он у меня выйдет из рулетки, потому что я поняла, что он у меня идет очень тяжело, очень долго. Я даже сейчас объясню, почему. А он в подарок. И самым правильным решением было, наверное, у нас такая опция есть прекраснейшая в чате, когда ты понимаешь, что у тебя что-то не идет вот вообще. Можно попросить девочек помочь, и у нас кто-то из девчонок берется, вызывается в этом поучаствовать, и поэтому я попросила мне помочь с этим процессом. Танюша вызвалась, Танечка. Танечка у нас многодетная мама, прям совсем многодетная, с маленьким ребенком.
И, в общем, все, я о ней рассказывать, конечно, не буду, но это человек, от которого, знаете, чем больше у тебя, чем больше ты занят, тем больше успеваешь. У него очень большая скорость вышивки, хотя она говорит, да, ну нет, небольшая. Мы не верим, потому что мы видим все ее финиши, у нее очень большая скорость вышивки. И вот она вызвалась мне помочь в этой работе. Может быть, кто-то уже догадался, что это. Я немножечко еще подержу интригу. Что у меня тут есть? У меня тут есть нитки организованные. Здесь, кстати, у меня DMC лежат. Надо не забыть об этом. Почему-то у меня здесь лежат иголки от елки. Ну, не от елки, на самом деле, от чего-то другого, но очень похожее на елку. Лежат ножнички. Ну, я ножнички оставлю у себя. Я думаю, Танюше они не нужны. Много ниток черного цвета. Да. ПНК здесь на самом деле накручены, видимо, повторно. Это тоже черные нитки. Надо записать эти номера DMC, что они у меня уйдут к Танюше. Маркер стираемый. Вот. Почему у меня здесь иголки? Я снимала этот набор, когда была в домике прошлым летом. Мы жили, я там много видео сняла, на самом деле, и, по-моему, ни одной не выдержала. У меня там были и покупки, и процессы, и чего только не было. Здесь у меня схема. О, кстати, сейчас я прикрою список девочек, которые вышивали мой Робин. Его надо убрать. И много начерканных листов и начерканных этого процесса. Здесь уже прям теплее, да? Уже понятно, наверное. Все, кто знает мои процессы и хорошо помнит, уже угадали. Это многострадальный мой Алан Рикман. Сколько у меня на данный момент вышито? А вот столько у меня вышито. И снизу, вот здесь мы, я остановилась. Черная часть верхняя, почти вышита вся, но вот вокруг и внутри, на самом деле, здесь крестики идут, вот эти вот оттенки бежевого, не бежевого, в какой-то большущий разброс, бешеный разброс. И мне это тяжело дается, вот эти переходы, мне себя не заставить. Вот если вы посмотрите, вот эта надпись, это полотнище, это надпись, и вот здесь они пошли. Вот эти переходы, вот они все. Хотя я очень не люблю делать протяжки, но тут вы как видите. Ну и так как вышивается все это с бумаги, а вышивать это по саге я бы не рискнула, уже чем-то заляпан. Надо, кстати, пройтись, есть кислородный отбеливатель. Девочки посоветовали карандашный, он прям спасает. Прежде чем отдавать эту работу Танюше, я пройдусь. Здесь 17 страниц. Вполне себе некрупного текста. Сейчас дойду, наверное, до 17 страницы. Попробую. И скажу, сколько же она крестиков. 286 в высоту. Тут еще, правда, белым зашивается фон, но я этого делать, естественно, не буду. Так, заканчивается у нас все на 189. 189 на 286. Вообще не маленький. Да, здесь есть ключ. Не знаю, получится мне показать поближе. Вот только верхняя половина, как вы видели, вот столько у меня, по-моему, вышито сверху, а надо еще вот столько. Ну, это, кстати, выглядит как, не знаю, ну, меньше половины. Значит, ну, белый цвет мы считать не будем, потому что я в таком количестве не буду вышивать. Черного цвета здесь 21 047 крестиков. Дальше пошли цвета. Бланк 845, ну, это... Он, кстати, будет использован, потому что бланк, я так полагаю, ближе к Рикману. Вот какой-то небольшой ореол, вокруг него все-таки есть смысл вышить.
Ну и дальше пошли такие цвета. 391 крестик, 553, 525, 509, 508, 768, 872. В общем, много. У бланка там вообще 34 цвета. А, да, бланка 34 цвета. Это 5200845, а бланка 34 тысячи. Ну вот бланк, наверное, вышиваться не будет или почти не будет. А 5200 как раз, да. Вышивать еще много, ну, вышито, я так полагаю, из, ну, условно, здесь 22, 23, 24, 25, ну, 25-26 тысяч крестиков, соответственно, сделано, наверное, что-то около 10 тысяч вышит. В общем, если хотя бы какую-то часть мне Танюша поможет Рикмана вышить, я буду очень рада, он меня сдвинется, к чему-то придет и закончится, я надеюсь. У меня уже рама для него есть. Все, просто бери и оформляй. Ну. И на сегодня последнее, что я вам покажу. 10 из 25 процессов. Это мой ЛД. Который тоже долго у меня не вышивался. Может быть, даже с начала того года. Не так уж и много на самом деле вышито, но все равно уже есть на что посмотреть. Меня сегодня оставляет мысль купить на него сразу все нитки ПНК, чтобы не нарваться на другой цвет в партии. Не раз я пыталась это сделать, но с самого начала, когда я стартовала, у меня не получилось. Я не помню, как он называется. Я это вам сейчас прямо внизу написала. Также я вам внизу написала, сколько всего в нем крестиков и сколько у меня вышито. Здесь еще есть бэкстич, поэтому, скорее всего, вот тут вот я рукой машу, но вы этого не видите. Здесь скриншот саги, который все и объясняет на самом деле. Вот. Здесь очень-очень много животных, то ли больше 100, то ли больше 300 в итоге. Есть бэкстич, по-моему, я это, да, уже сказала. И есть, среди прочего, осьминог Мэвис. Его так зовут, производители так назвали. Вот память. Я на самом деле, я же знала, как он называется. Не помню. Потому что я его давно не брала в руки. Цвет я выбирала, на самом деле, я видела ЛД и влюбилась в смерть от вышивки крестиком Orphan Myers. Мне очень понравился цвет, который она использовала, и в итоге я взяла, ну, я поняла, что я DMC в таком количестве покупать и вышивать не буду, и я решила взять ПНК, тем более, что они мне нравятся, цвет номер 9238. Вот, уйдет сюда много мотков, прям много. Накручиваю я нитки вот на такую бобинку, всего лишь от Анушки. Один цвет удобно накрутил, и вышиваешь себе спокойно. Вот. Они у меня вот все вот здесь лежат, все, что у меня есть, нитки, бобинка. Зачем-то чек. Может быть, потому что я хотела посчитать, то ли сколько у меня ушло ниток, то ли сколько я на это потратила. Вот. А вышиваю я на Белфасте. Да, кстати, как я еще обрезки оставляю, вот я когда у меня большой процесс, я вот так вот их потом собираю. Это чехол для куснапов я сшила сама. Он такой большой, потому что внизу очень-очень-очень много ткани. Вот. Ну, изнаночка, конечно же, красивенькая. Что там быть некрасивому, если один цвет. Внизу еще, по-моему, 4 уровня, то есть это первый и еще 4 вниз. ЛД у меня тоже в рулетке есть. Ну все, все мои процессы есть в рулетке, и мне его хочется уже подвигать куда-то. Вот. Но иногда тоже вышиваешь его, а голова немножечко так напрягается, потому что путь приходится просчитывать очень серьезно, чтобы не ошибиться, чтобы изнаночка была красивая, потому что, ну, здесь грех ее не сделать для тех людей, кто любит красивую изнанку в своих работах. Поэтому приходится попотеть. Это все процессы, которые я хотела вам показать сегодня. Получается, это первая часть, возможно, из двух или трех, как пойдет.
А в следующей части как раз, наверное, и продвижение покажу. А сейчас мы с вами перейдем к покупочкам. Так, мои 15 наборов. Не все они на самом деле вышивальные, но это вы увидите в процессе. А естественно, как только я увидела такой прекрасный сэмплер от МП Студии, я удержаться не смогла. Красивейшие яркие цвета. Мне нравится расположение его, как, ну, что это все кучненько, пустых мест мало. И вполне себе логично сочетается. Есть какая-то линейность в нем. И сам сюжет, конечно, всякие поганки, мухоморы, совы, елочки. Шикарнейший, шикарнейший, конечно, сэмплер. Один из них называется «Ночь на Ивана Купалу», их два, а второй я не помню как, если честно, но по классике подпишу название обоих сэмплеров. Здесь пруд, лягушка, ну, красота. Его прям хочется начать вышивать, ну, естественно, заменив основу на равномерку. Их два, потому что Юля тоже такой захотела. Далее. Этот набор почему-то, к сожалению, у них не отшив, а превью. Сей факт очень огорчает. Потому что превью все-таки не показывает такой красоты, такой всей глубины. А вот это может быть, кстати, «Ночь на Ивана Купалу». Ну, все-все подпишу. Той глубины, той сочности, той уникальности, как если они делают превью в крестиках. Ну, как есть. Так, второй сэмплер. Игольница у меня тут что-то скачет. А, нет, вот этот «Ночь на Ивана Купала», потому что здесь костер, через который прыгают. И вот этот цветущий папоротник, точно. Вот это теперь точно. Речка, в которую венки опускали в воду. Кстати, венков здесь нету. Очень интересные орнаменты, красивые. Ох, как бы не начать вот это вот. Как раз когда у меня будет финиш, можно будет начать два финиша. Соответственно, начать постепенно сэмплер. Но у меня, по-моему, нету... Ну, здесь Аида, понятно. Кстати, гамовская Аида. Ну, понятно, почему гамовская. У них все гамовское. Если вышивать один сэмплер, то сразу за ним вышивать второй. Потому что я бы считала это даже одним набором. К сожалению, по-моему, они еще не дошли до того, чтобы делать сагу. Саги у них нету, но постепенно все производители так или иначе сдаются. У них появляется сага. Я надеюсь, что ну, либо перенабор будет уже на нее, потому что сама перенабирать, если честно, лень. Вот, либо перенабор будет, либо уже сага. Сагу они сами начнут предоставлять. Естественно, Юлечка захотела и этот. Я, наверное, остальное все-таки уберу, чтобы вы раньше времени не увидели. Что же я вам покажу? Так, Мария Искусница. Мария Искусница, ее сюжеты, которые похожи на Милхил. Собственно, когда Милхил стало достать сложно, но правда можно, они стали делать вот такие миниатюры. Удачно стали делать, хорошо выстрелили. По первости я скупала, конечно, все. Потом я это делать перестала. Я стала все-таки выбирать то, что мне прям совсем-совсем нравится. Ну и тут, конечно, вязание. Это моя тема. Я теперь стала еще вязать. Правда, здесь спицы я не вижу ни одного крючка. Надо шарфик эту связать, кстати. Не вижу ни одного крючка, я пока вяжу только крючком, хоть и хотела бы еще и спицами, но у меня спицами очень криво получается, но я до этого дойду. Угу. Классически у них есть сага во всех этих наборах, и опять же, такой привет Милхилу, это разбор ниток. Кстати, интересно, как это происходит, потому что у Милхила на этот счет, я прям открою, посмотрю. У Милхила везде идет ключ в DMC. А Мария Искусница, насколько я помню, очень любит давать милые названия своим цветам. Собственно, как здесь и есть. Абрикосовый, серый, абрикосовый светлый, песочный. Цветов здесь нормально так.
Ага. Количество бисера, количество нитей. Но у Милхила есть такая штука, они пишут количество пасм, сколько есть в наборе. Возможно, здесь это также сработает. Это, в общем-то, облегчает задачу. Я это узнала уже, когда у меня было вышито сколько? Один, ладно. Нет, два набора Милхила и два в процессах. И после этого я только узнала, что, оказывается, количество ниток там подписано, когда смотрела, как вышивать фонарик. Да, у меня в процессе небольшой спойлер, сейчас фонарик от Милхила. Ладно, попозже соберу. Не люблю шелестеть в кадре. Следующее – это то, что у меня есть в моей рулетке. Это подсолнухи. Я вообще такая внушаемая личность, и Анечка, когда увидела, я хвасталась покупками, она сказала, что интересно было бы взглянуть и то, что внутри этого набора, и вживую. Ну, собственно, распаковку можно снять прямо и сейчас. А вживую, собственно, когда он у меня появится в рулетке, он у меня начнет появляться. Итак, ох, божечки. Как он выглядит потрясающе. Почему еще мне очень хотелось начать что-то такое? Сразу деревом так запахло. Ой, начать этот набор, потому что я на подоконнике выставляю сезонные свои работы. Вот у меня стоит елочка, Санта на Новый год, например. Яйцо от Милхила у меня стоит весеннее. И что-то у меня там еще было. Ой, от Милхила, от Риолиса. Что-то еще я весной выставляла, и я хочу, чтобы у меня постоянно вот такие вот на подставочках штучки стояли на подоконнике, как украшения вместе с моими цветами, и по сезонам менялись. А, фетр воткнули, как я это не люблю, когда иголка в фетре. Вот так оно собирается. Ну, вроде ок, сошлось. Прекрасно сошлось. Вот оно, собрано. Листочек. Значит, сюда у нас ставится. Без труда ведь ставится плотно. Ладно, с небольшими усилиями, но плотно. Ой, отлично, она прям стала. Ставится. Да, она сверху светлая, снизу просто. Подсолнух в подставку, а здесь у нас божья коровка. Так. И почему? А говорят, что МП-студия этим грешит. Вот, смотрите, не вставляется. Надо подпиливать. С обратной стороны ставится. Интересно. Ну, за счет того, что она немножко растопырена, мне ее придется потом подпилить. И это очень жаль, потому что торцы-то у нее как-то обработаны. А, ну ладно, она вставится внутрь. Это, в принципе, не такая проблема. Ну, вот так это будет выглядеть. Давайте бисер посмотрим. Вот такое, когда так складывают нитки, мне не нравится. Во-первых, мне интересно, что это за нитки, надо будет сейчас почитать. Во-вторых, ну, можно было и на бобинку намотать. Я сама люблю определять длину своей нитки, особенно вышивая бисером. Учитывая, что в некоторых местах приходится там приходить там некоторыми элементы, ну, небольшим количеством, там, не знаю, нитку заканчивать раньше, чем надо, поэтому лучше, когда у тебя есть возможность это планировать. Это не матовый, но и не прозрачный бисер. Зеленый. Тут еще у нас. Он, кстати, здесь больше желтит, чем в жизни. В жизни он более оранжевый, а вот это желтый. Это пока все обычные такие, обычный бисер, не матовый, не прозрачный. Просто бисер, просто бисер, привычный нам. Так, и номера-то у них все отлично подписаны. Так, схему светить не будем. Не так, вот так ее закроем. Так. А вот это уже, видите, прозрачный с такой металлизированной сердцевиной. Это
просто бисер, тоже просто бисер. Ну, жалко, что здесь нигде нету такого, как сказать там, ой, какого бисера-то я хотела сказать, матового, например, или переливающегося. Ну, ладно, если переливающийся там какой-нибудь магнетик здесь был бы неуместен, то матовый можно было бы поиграть с глубиной, с чем-то таким. Ну, да, в общем, бывает у МП-студии, и я наконец-то столкнулась с такой ситуацией, когда придется подпиливать заготовку одну из. Ну, ладно, у меня есть гравюр, это, в принципе, не такая проблема. У меня есть и наждачка, у меня есть руки, у меня есть муж. Вариантов, как это решить, уйма. А что здесь особенного? Обратите внимание, бисер пришивается из левого нижнего угла. Ну, здесь понятно, цветов они пишут, что 11... Интересно. Один. Это что? Вот здесь номер один. Как это отражается? А, это просто полоска. 12. Это символ полоска. Он где-то есть. Должен быть. Но это не очевидно. Где-то там спрятался, наверное. Ладно, не буду сдавать производителю. Со схемы... А, нашла. Вот тут вот небольшое вот в основании. Вот здесь. Вот. В общем, да, 12 цветов. Такой вот набор. Может, конечно, здесь и не нужно прозрачно. Как раз прозрачным бисером вышивается вот блестящим семечки. Все остальное вышивается обычным глянцевым бисером. Ну, не блестящим, а вот который как пластик. Не знаю, может, у него есть правильное умное название. Напишите. Нет, здесь прям не написано, что это. Смотрите, мушка ползет мелкая. Это у меня от цветов появилось. Это периодически они появляются, периодически исчезают. Я не знаю, что это. Так что, если здесь есть умные цветоводы, расскажите мне, что это и как, что с этим делать. Так, это мы пока откладываем. Потом это соберу. Как-нибудь так. Из кадра. А, следующий мой набор. Это набор от Надежды Казариной. Называется «Спящий лисенок». Такой прекрасный, не маленький, он 18,5 на 22 сантиметра. В наборе идет Мурана, по-моему, 25-я канва. Сплэш. И я поняла, что мне сплэш нравится не только базальтовый, но и такой бежевый. Когда его понятно, куда и как применить, вот это как раз тот случай. Вот голубой, розовый как-то немножко не очень мое. А, хотя даже их можно уместно, очень удачно применить. Я просто в своем опыте с этим не сталкивалась. Ну, другие девочки, да, применяли. Я, конечно, нет еще. Не, в моих сюжетах, чтобы я это увидела, такого не было. Ну что, минус, наверное, здесь один единственный. Это не отшив. На фотографии не отшив, а превью. В общем-то, на этом минусы заканчиваются. Не скажу, что цена там была прям высокой. Мулине 33 цвета. Это нормально для авторских схем. То есть я понимала, что я покупаю авторские схемы от Мира Вышивки. Вот кто такие эти Мира Вышивки, я, честно, не знаю. Так как я знаю по продукции пчелок, все, я с ними еще не сталкивалась. Что у нас про них написано? Где-то... А, вот, Нижний Новгород. Производитель Cross Design. Вот. Спящий лисенок. Ну, что он? Не маленький, симпатичный. 33 цвета это нормально для авторских. Тем более авторская не такая уж и маленькая. Но в ней есть один невероятно большой плюс. Так, ну, схема цветосимвольная. Не знаю. Во-первых, там внутри есть сага. Я прям открыла, посмотрела, потому что думаю, ну если это авторское, то должно быть все по-человечески. Так и есть. Убрали лишнюю прослойку в виде ключа, который переводил цифры с органайзера в символы на схеме. У них сразу же все варианты указаны здесь. Например, вот здесь, видимо, одно и два сложения, там, где по два символа. И бэкстич, собственно, тоже где. Какой? Это невероятно удобно. Я, конечно, так еще не вышивала. Но, наконец-то, кто-то это сделал правильно. Сделаны органайзеры, напечатаны непосредственно под сам процесс. Под сам набор они взяты типовые. Я понимаю, что, наверное, это немало так денег экономит для массовых производителей.
но в целом это не очень удобно вышивальщицам. Дальше только вот наборы, где надо нитки разбирать. А тут прям максимально пошли навстречу. Это очень приятно. Интересно будет разобраться потом, почему здесь нарисовано. Ладно, два цвета. А, наверное, просто не влез еще один символ. Да, здесь символ в одну, в две нити. Все, я разобралась. Смотрите, как я быстро соображаю. Здесь так, та же самая история. А, также у меня взят набор от Натальи Юркевич. Тоже производитель Cross Design, мир вышивки. Дизайн называется «Причал Рождества». Он мне очень нравится. Я видела, что также продается, так же, как у Лисенка, отдельно схема, но тут набор, а я не любитель собирать вот это все на авторские схемы. Я покупаю авторские схемы просто потому, что мне нравится схема, а не потому, что мне нравится процесс сборки. Вообще не нравится. Я люблю как раз такой фетишист, когда у меня все собрано красиво, вот это сложено. Я любитель наборов. Здесь опять у нас стандарта, не знаю, потому что у них выбора нету, отшивов нету, или потому что, в принципе, производитель, тот, кто выпускает наборы сами, не схемы, а наборы, предпочитает это именно превью печатать, не знаю, с чем это связано, но это вот так. Здесь 34 цвета, набор, размер примерно, да, нет, он поменьше, 17,2 на 17,2. Наверняка внутри есть сага, я не проверяла, не хотелось мне открывать, но судя по тому, что по опыту предыдущего набора он должен быть. Один большой во всем этом минус есть, это 14 Аида. Только я подумала, что я буду ее заменять и могли бы сделать равномерку, и только после этого я поняла, здесь же полная зашивка. Смысл в полной зашивке – класть равномерку и удорожать набор. Все, беру свои слова назад, мне все нравится, молодцы. Тем более, что я вижу, что здесь только крестик, нет полукреста. Поэтому смысла в этой Аиде нету. Хотелось бы, конечно, сюда добавить каких-нибудь либо блестящих ниток, либо светящихся в темноте. Хотя у меня вот это свечение ни в чем ни разу не сработало. Но вдруг где-нибудь когда-нибудь сработает все-таки. Ну, первый этаж в глубине квартиры висит. Понятно, что оно не работает. Вот эти вот, кстати, протертости. Но это протертости на упаковке, потому что здесь такими узелками нитки, они там связаны. Я думала, что же там внутри такое, что вот такое пухленькое лежит. Открыла как раз лисенка и поняла, что это... А нет, а может не лисенка? Да не, лисенка я открывала, что это нитки. Так, идем дальше. Далее у меня вот такой набор. Это тоже жар-птица. И это вышивка на одежде. Размер у нее небольшой, 13 на 9. Очень хороший сюжет, класснючий, я не могу прям. И то, что они предлагают ее не прямо на одежде, как вариант, а на том же шопере, хорошая идея. Может быть, не шопер, может быть, там обложка, сумочка, что-нибудь там, рюкзак, но все окей. Ну, водорастворимая канва внутри, здесь 11 цветов, все классические, наборы такие, я уже вышивала. И на канале у меня есть про это видео. Поэтому даже открывать, наверное, нет смысла. В этом плане здесь все понятно. Так, немножко отвлечемся от наборов вышивки, и я покажу еще кое-что, что я заказала. Это мой рукодельный год от «Я вышиваю». И здесь, по сути, зашивается каждый крестик, когда ты вышиваешь. Что девчонки удачно сделали? Они каждый месяц у них... не начинается с понедельника, если вы увидели, если и дней больше, чем непосредственно в месяце. То есть, начав вышивать, допустим, сегодня у нас какое? 8 февраля, это четверг. Значит, я вот смотрю, февраль, 8, четверг. И начинаю отсюда закрашивать. Это первый день месяца. Вот. Очень удобно. Начать решила его закрашивать с весны. Почему бы и нет? Очень красиво сделано сверху. Посмотрите, для каждого сезона. Вот она, такая картинка сверху. Атмосферно получается. И цвета на каждый сезон разные. Отлично подобраны. Я бы, наверное, сделала такой же выбор. Смотрится прекрасно. Надеюсь, буду я его заполнять. Потому что я такой человек, что в какой-то момент могу перестать это делать. Ну и разные. Так, трек-лист рукодельных дней. Это трек-лист.
Вот, правила 10 планов в конце, ну и правила, как пользоваться, какие-то поясняющие элементы для вышивальщиц. Вот, покажу, наверное, вам, не знаю, как начну весной, что я его все-таки начала и не забыла, если не забуду. Я поражаюсь, как пчелки все упаковывают, это в большом количестве пупырки приходит. Они сами делают из чего-нибудь коробки, где-нибудь находят коробки. В общем, они упаковывают от души. Это так уже я сложила. А вообще у них все очень здорово в этом плане. Это я заказала мелким. Мы смотрели с ними, что появилось новенького. И как раз вот для шитья по перфорации у меня вот этот элемент выбрал младший, ему как раз 5 лет. И средний у меня выбрала снеговичка. Он, видимо, его то ли вышивать побольше, то ли что, но такой вот у нее был выбор. Что тут еще? Деталей. А, ну, видимо, все зависит еще от количества деталей, хотя немало на самом деле и там, и там. У снеговика может даже поменьше. Не знаю, почему он 7+. Хотя и там безопасные угла, перфорация, все это есть. Ну, что есть. Почему-то, наверное, на то были причины. И последнее, что я вам покажу. Последние 6 наборов. Я имею в виду из наборов. Ой, все вокруг заложено. Со всех сторон утром прибираться. Это броши от Клард. Ну и раз одна уже сама решила показаться, то я вам сразу и покажу, что здесь. Это медуза. Не знаю, как давно она вышла. Как вы видите, я теперь всегда обращаю внимание на фотографию того, что находится в наборе, чтобы здесь было нанесение. На фетре на ранних наборах такого не было. Но, с другой стороны, не было и не было. От покупки меня бы это не остановило. А вот непосредственно... Ну, а знания все-таки приятные. Уровень сложности у нее 3. Прямо интересно, почему. Вот написано прям фетр с напечатанным рисунком. Капроновая лента, подробные инструкции. Ну, уровень сложности пишут 3, и здесь много разных элементов, каких-то схем. Видимо, все не так просто. Выглядит она, конечно, шикарно. А, ну вот здесь как-то еще собирается на бисерную. Ну, интересно. Мне прям захотелось ее вышить, потому что та часть, которая вышивается бисером, она простая. Может быть, это что-то у меня пойдет в такие процессы ближайшие. У нее размер 5.5×13. Ну и не знаю, пойдет или не пойдет, мы это определим, когда у меня будет 2 финиша. Следующее. Ну, конечно же, овечка. Как без нее? Мои бесконечное количество моих любимых фрузелков. Чуть-чуть даже бисера. А вот интересно, средняя часть гладью вышивается. Рисунок нанесен. И ничего, кроме мулине. Количество бисера. Несколько черных бисерин нарисовано. Вон они. А белых, ну, белых побольше, конечно. По фото видно. Ну, тоже очень мало на самом деле. Да. Миленькая брошка. Следующая. Это звездочка. Мне кажется, здесь. Это я уже так перекладывала. Здесь уровень сложности надо ставить, наверное, будет стоять 1. У них еще так броши напечатаны глянцем на матовой бумаге, намелованной. Нанесение есть. Ну и да, уровень сложности 1. Мне, кстати, интересно, надо будет посмотреть старые наборы, а была ли у них вот эта градация по уровню сложности на старых наборах. Потому что, ну, я бы задумывалась, когда брала бы в работу брошку, оценивала свои силы и понимала, какой уровень я тяну, какой нет. Это интересно. Так. А еще мне очень интересно, что нарисовано вот здесь. Что здесь имеется в виду? Но чтобы это узнать, ее надо вскрыть. Угу. Ай. Не скажу вам. А вскрывать я ее сейчас не буду. У нас и так видео просто безразмерное. И новогодние игрушки пошли. Так, ну здесь уровень сложности 2. Рисунок напечатан, причем цветной. Как вы видите. Это хорошо. Или нет? Не цветной. Нет, черно-белый. Это я посмотрела на схему. Но все равно
Очень удачный рисунок, все понятно. Иголки, нитки, уровень сложности почему-то 2. Не знаю почему. Казалось бы, шей себе да шей. И вот такой вот Дед Мороз. Вторая елочная игрушка. И тут мне снова интересно, почему здесь уровень сложности 1. Зачем-то здесь есть лента. Атласная лента. Куда она идет? Я не понимаю. Возможно, это, конечно, как вариант крепления. Может быть. Но это не точно. Коротенькая вот эта бисерная петелька. А, к ней, наверное, лента привязывается. А была ли здесь лента? И здесь тоже. Да, видимо, сюда эта лента привязывается. Я полагаю, что уровень сложности, потому что здесь есть изгиб, который, кстати, на самой схеме он не... Ну, вот посмотрите, здесь просто радиальные линии. И все. А изгиба на схеме, на напечатанном фоне нету. А здесь его надо будет сделать. А здесь этого не надо будет. Шей себе довольно ровный. И шей по заранее напечатанному рисунку. Очень удобно. Заполняй да заполняй. Ну да. Поэтому, наверное, здесь уровень сложности 1. Бисера не так, чтобы прям много. Не так, чтобы мало. Есть бусины, бисер. В общем, красота. Все. Покупки вышивальные почти закончились. Остался заказанный мной бисер. Не знаю, от каких горестей печалей. Может, просто потому, что он мне нравится. Вот этот, посмотрите, классный розовый матовый бисер. Мне кажется, похожий есть в Чешире в моем. Вот этот прекраснейший оттенок. Наверняка он у меня есть. Возможно, даже 2. Я не знаю, почему я его заказала. Я сорока. А вот этот у меня есть вряд ли. Такой глубокий винный цвет. Ну... Теперь есть. Все есть. А в завершение я вам покажу обещанный бонус. Та самая творческая часть, которая привлекла мое внимание, которая заняла мое внимание в конце и начале этого года. Так вот, Настюша, у которой свой канал тоже, которая сейчас утомилась от съемки, в таком небольшом творческом кризисе, из которого я выбираюсь, она пока в нем находится, и я надеюсь, это временно, потому что съемка канала затягивает возможность делиться с вами и понимание, что вы смотрите и вам нравится, что есть обратная связь, оно прям затягивает. Мне очень этого не хватало, поэтому мне было вернуться вот эту огромнейшую усталость и какую-то вот творческий какой-то, не то чтобы кризис, а то, как я, то, что я споткнулась обо все сложности, пересилила именно то, что вы есть у меня. До сих пор, как ни странно, вы со мной, я за это очень благодарна. Вот, люблю вас всех. Так вот, что же мы делали? Настюша позвала меня, мы как-то заговорили о том, что я хочу попробовать разные виды хобби, и в числе прочего назвала гончарную мастерскую. И она сказала, что я тоже хочу сходить. Она уже была и говорит, я хочу еще раз. Пошли в гончарку. И мы с ней пошли в гончарную мастерскую. Она нашла ее, выбрала мастер-класс. Мастер-класс был по изготовлению сырной тарелки и соусника. Ну, сервировочной, наверное, тарелки и соусника. Но это можно по-разному как бы сделать было. И среди вариантов работ, рекламы, была одна, которая мне очень понравилась. Там было сделано в виде такой круглой доски. Разделочный, то есть с ручкой, круглая разделочная доска, верхняя, наверное, четверть у нее ограничена и сделана, раскрашена под дерево, а нижняя белая. Очень здорово смотрелась, я поняла, что я хочу такой сервировочный, аллергия, простите, на шерсть свою похоже. Я поняла, что я очень хочу такой сервировочный набор. Он подходит и под мой интерьер, и под мой вкус. И мы записались на этот мастер-класс. Когда мы пришли, в итоге оказалось, что мы не раскрашиваем. И мы сами делаем, да, эти тарелки, соусники. Но раскрашивают его и выпекают непосредственно сами гончары. Надеюсь, правильно
поставила ударение. Ну, в общем, сами в мастерской уже без нашего участия. Наша задача штук слепить, оставить и через месяц прийти забрать. Ну, и выбрать цвет, на самом деле, который нам бы хотелось. А это означало, что цвет будет один. За нас бы никто не раскрашивал. Но идею я не оставила, и поэтому выбрала... Причем там не было такого трафарета, когда мы пришли. Выбрала макет... макет... шаблон, по которому я вырезала разделочные доски, вырезала. Можно было сделать, как нам сказали, в итоге не просто сервировочную тарелку и соусник, а две тарелки, например. Я сначала решила, что нет, пусть будет и тарелка, и соусник, но в процессе я поняла, что нет, я не хочу дополнительно соусник, потому что он небольшой, интересную мысль я в нем воплотить не смогу. А что у нас большое? Это наш обеденный стол, который почти 3 метра. 2,5, может быть, длиннющий реально. Он, собственно, стол, на котором я все снимаю. Вы видели, как это выглядит, как он выглядит, это дерево. И на такой большой стол хорошо будут смотреться две тарелки. Вот тогда это будет уже какой-то как набор. А тарелка и соусник так не сыграют. Будет какой-то, ну, разнобой. Поэтому приняла решение сделать две похожие тарелки. А что же я сделала? Расскажу вам. В общем... Вот результат работы, которая у меня получилась. Так, как бы она не бликует. Это, кстати, единственная матовая, а не глянцевая глазурь, которая там была. Ну, или практически единственная. Сейчас я вам сверху добавлю, как это выглядело у меня, только слепленное мной. И также у меня сверху добавлена... тот цвет, который я выбрала, та модель, под которой они должны были красить. Цвет этот хамелеон. То есть в самом... Я уже так на столе разложила, что я ничего найти не могу. И не могу найти ручку, чтобы вам показать все это прилично, а не пальцем. Честное слово, хоть градусником показывает, потому что его я нашла. Но нет, некрасиво. Иголку видно, отлично. Значит, вот во всех этих вот вмятинах цвет должен был быть голубым, судя по модели, которую я увидела, как я поняла. А местами протертости и основная доска должна была выглядеть вот таким вот коричневым цветом. Но то, что у меня получилось, в итоге вы видите. Что здесь было? Я сначала раскрасила, сделала контур под дерево. После этого я прокатала скалкой ветку можжевельника, и внизу штампиками я написала первые буквы наших имен, ну, нашей семьи, вот Савой, с кем мы вместе живем, в общем-то, не всего нашего большого семейства, а вот муж и дети. И в итоге у меня получилась первая буква F, потом A, V и O, Favio. Очень крутой мне показался, ну, бренд, не бренд, название, подпись шикарнейшая. Favio, это звучит здорово. Я решила, что я, наверное, буду что-то для нас таким образом подписывать. Мне очень понравилось. Надо было еще подписать обратную сторону, и вот оно как с обратной стороны выглядит. И не видно. Надо было, в общем, написать дату. Вот что меня, кстати, смутило. Обратную сторону они не красили. Это минус. Вот. Ну, не поймать этого. Да, свет у меня выкручен фильтрами, плюс засвечивает. Засвечивает лампа. Здесь написано овечки и буквы, ну, по-английски. Английскими, вернее, буквами, но по-русски. Буква Ч у меня цифра 4. Ну, и надо было поставить дату, когда все это выгоралось. Очень здорово смотрелось это все. Не раскрашенная еще, а когда я получила раскрашенное, я долго привыкала к ней, потому что я ожидала, что эффект будет другим. То есть надо было полностью выключить все, что я в голове у себя представила, ожидание, реальность, и смотреть на это, как у меня муж говорит, как на коня в вакууме. Вот субъективно, как будто я вижу это вот на полке магазина и оцениваю. Я до сих пор, если честно, не смогла понять свое отношение. Ну, то есть мне очень нравится, но взглянуть субъективно я на это не смогла. И вот у меня вторая моя тарелочка.
на которой тоже, как видите, сверху эти буквы, но они также были глазурью залиты, и они практически не читаются. То есть на блике их еще можно как-то где-то угадать, но с огромным трудом, с невероятнейшим, к сожалению. Здесь вроде надпись овечки видно получше. Ну вот такой эффект получился при запекании, к моему сожалению. Я уже задумалась, что можно сделать, как глазурью какую-то или чем-то покрыть задник. Пока не знаю. Пока к этому не пришла. Но тарелочки вышли очень дорогие. Прям очень. Но они сделаны своими руками, они того стоят. Вот это мне даже чуть побольше нравится. Но на самом деле они мне очень нравятся именно вместе. Вроде бы как они разные, но ну, они в одном стиле, одинаковые, но при этом это разные. Один раз уже даже использовали вот эту тарелочку. На ней сервировали сыр. Ее можно мыть в посудомойке, ее можно греть в микроволновке. Но я сказала, что никому я это не разрешу. Лена мне подсказала, ну, я сказала, что буду закручивать их куда-то в полотенце. Она сказала, что ты можешь, в принципе, сшить чехлы из пупырки. Я так и сделаю. Мысль гениальная. И сама буду их мыть руками, сама их убирать, никому их трогать не разрешу, потому что это оказалось дорогущим удовольствием. И вторая часть моего творческого порыва. Мы были на дне рождения у подруги на арт-пространстве, в арт-мастерской. Значит, покажу работу сына. Там был еще мой сын. То есть я и мой сын от нашей семьи были делегированы. Вот это называется арт-квартира. Вот это нарисовал мой 9-летний сын. Мне очень нравится результат. Причем здесь, насколько я видела, он все сделал сам. Может, каких-то пару мазков и художница сделала ему, помогла, но это все было сделано его руками. Мы обязательно повесим это в детской, как только, да, я дам отмашку мужу, придумаю, куда, где просверлить отверстие, куда мы это повесим. Это он там рисовал лимоны, чтобы было много денег. Оставалось время свободное, пока мы взрослые там ели сыр с фруктами. Ребенок рисовал лимоны. Вот такой вот прекрасная картина вышла. Не достаю ее из упаковки, потому что мы пока ее не повесили, пусть она побережется. Там можно было выбрать огромнейшее количество разных референсов, наверное. Это для это умное слово сказала, надеюсь, правильно употребила. По сути, картинка, с которой ты перерисовываешь или берешь вдохновение, берешь идею. Вот. Я несколько вариантов выбрала разных, в итоге остановилась на одном конкретном, который мне очень понравился. Я заменила основу. Ну, в общем, давайте смотреть и постепенно буду рассказывать. Вот такая вот девушка у меня получилась. Я невероятно ей горжусь, ей, собой. Я восхищаюсь ей невероятно. Но я вообще не художница вообще. Я вам много раз говорила, где у меня руки приделаны. Поэтому мне довольно сложно дается делать что-то руками. Я постепенно, видимо, с возрастом, с опытом прокачиваюсь. Что-то получается лучше-лучше, но я к этому иду сложно. Поэтому проще сказать, что здесь делала я. Ладно, нет. Я много что сделала сама. Художница помогла мне сделать набросок девушки, потому что мне никак не удавалось с пропорциями разобраться. Далее я раскрашивала фон. И возник такой момент, что... потом она говорит, мы раскрашиваем там юбку. То, что у нас крупными, ну, вот эти цвета наиболее яркие, потом переходим к деталям, от большего к меньшему. Раскрасив юбку, я много слоев наносила, это акрил. Я наносила много слоев постепенно, потому что мне не нравился эффект, мне все казалось плоским, и за счет этого у меня, на самом деле, я долго с юбкой ковырялась, но результат мне очень нравится, потому что мне удалось передать где-то складки, где-то тени. Значит, что мне помогли с юбкой? Вот эту часть было подсказано немножечко. Вот здесь кистью художница прошлась, показала мне, как юбку ну, что лучше ее сделать там не как отдельно,
Ну, как, например, вот здесь она переходит в фон. А, добавлю сейчас картинку, с чего у меня все это рисовалось. Наверное, несколько картинок себя, чтобы вы могли все это дело рассмотреть и понять, о чем я говорю. Я заменила фон с красного на синий, потому что синий цвет мне нравится. Я люблю синий цвет, он мне нравится гораздо больше. И в наших интерьерах я не очень люблю красный цвет, потому что, ну, во-первых, не смотрелось уже, это одно время было очень модно. Во-вторых, он кричащий. Вот. Я люблю более такие спокойные, глубокие цвета. Ну, глубокие, наверное, нет. Красный здесь глубокий тоже. Вот, но я люблю более спокойные, более... Да, ну, спокойные, наверное, главное слово здесь спокойные, если говорить о сравнении. Поэтому выбор сделан был в сторону синего цвета. Вот, больше я ничего старалась не менять, а сделать все как есть. А, далее. Мне помогла с фоном тоже немножко художница. Вот здесь часть фона, вот этого черного, переходящий, сделала она, потому что у меня было просто синими мазками в разных направлениях нарисован фон, и он был невероятно плоский. Мне это не нравилось, что у меня невероятно плоский рисунок. Мне это не нравится. И вот она мне подсказала, что можно подсветить главную героиню этого рисунка, этой картины, этого шедевра. За счет того, что затемнить фон, подсказала технику, что это делается практически сухой кистью. И, в общем-то, дальше я уже пошла продолжать. И вот сюда-сюда, вот это уже все затемнила я. Далее. Далее раскрашивалось тело. Само тело, основной цвет тела сделала, ну, как бы раскрасила я. Но это все, что я смогла с ним сделать, потому что тени мне было непонятно, непривычно и страшно. Поэтому все тени и вся вот эта глубина тела танцовщицы – это работа художницы, все-таки не моя. Ну, за одно занятие без опыта и, по сути, без, не знаю, без достаточно большого внимания художницы, а нас было много человек, 10 мольбертов были заняты, естественно, она не могла уделить мне столько внимания, поэтому, чтобы научить, потому что даже не то, чтобы подсказать могла, научить нет, поэтому здесь уже я с чистым сердцем признаю, что это не моя работа, ну, именно тени на теле. Ну и финишный штрих всей этой работы было это нарисовать волосы. Как вы видели, они короче в оригинале. Я сделала длиннее, потому что мои волосы длиннее. Все мы понимаем, что рисовала я себя. Вот. Да, мне не... В итоге, когда девушка стала появляться, мне не понравился изгиб тела. Я это потом уже сообразила. Я понимаю, как, что у нее за движение, почему у нее так вытянуты ноги, красиво, как это делается. Изгиб, это все ну, у бальников есть именно такие позировки, именно вот так, в такой технике это все выполняется. Я уж не знаю, что танцует девушка там, возможно, фламенко, например. И она, а это бальные танцы, например, в программе бальных танцев. Вот. Но здесь я, конечно, это не смогла передать, к сожалению. Но ничего страшного, это мне тоже нравится. Я невероятно кайфую от этой работы. Я большущее удовольствие получаю. Я рассматриваю ее юбку, восхищаюсь этой юбкой. В принципе, и тело, несмотря на то, что она не в том движении, в котором мне хотелось бы. Но я это слишком поздно поняла. Было поздно что-то исправлять. И ладно, все равно мне все очень нравится. Мне нравится, как я передала вот эту часть юбки. Очень нравится. Вот. В общем-то, это моя гордость. И я мужу спросила, там, сколько-то дней прошло. Я говорю, давай повесим, почему ты не вешаешь мою картину? Он говорит, а что, ты хочешь на подрамнике ее вешать? А она вот здесь, я только потом сообразила, что надо было закрасить вот эти вот части. Потому что, когда ты вешаешь, это смотрится, ну, так себе. Вот. Он говорит, а давай, ну, зачем это ее надо оформить в багет? Я такая, багетка. Оформляю в багет. Поэтому пока она у меня стоит в пакете, в упаковке от школы, от арт-квартиры, и пойду я ее, надеюсь, оформлять в багет, планирую во всяком случае, в тот момент, когда я закончу свой Робин, и я понесу в багетку сразу две работы. Эту и Робин. И все. Вот. Это ближайшие мои финиши, которые
ждет багетка. Остальное я все-таки стараюсь как-то оформлять сама, потому что это очень дорого. У меня губа не дура, я предпочитаю не пластик, а дерево. Благо без стекла, потому что если стекло, то это только музейка. Ну, это мое внутреннее впечатление, то это будет только музейка. Может быть, не обязательно дерево, если меня пластик сможет так хорошо обмануть, что я поверю, что это дерево. Вот, потому что, например, у гаммы дерева, которое не пластик, а дерево, мне кажется, на самом деле, во многом больше пластиком. Возможно, потому что это прессованное, не цельное дерево. Хотя с обратной стороны смотришь, ну, непонятно. То ли обработка какая-то сверху покрашена таким образом, что оно сделано под дерево, сделано под дерево. Дерево, сделанное под что-то, сделанное под дерево. Вот такое у меня впечатление от гаммовских рамок. Ну, они выглядят неплохо. Поэтому и стоят они очень недорого, поэтому оформляю пока в них. Вот, в общем-то, это все, пожалуй, что я вам сегодня хотела показать и рассказать. Итак, разболталась, расснималась. Я думала, что я закончу гораздо раньше. У меня уже показывают какую-то утреннюю передачу на телевизоре. То есть уже начала я в ночи, когда муж пошел спать, а уже утро. Поэтому, дорогие мои, я не знаю, что будет в следующем видео. Возможно, когда буду монтировать, у меня родится идея. Может быть, это будет вышивальная встреча. Да, следующее видео это будет вышивальная встреча, а через видео, возможно, это будут финиши моих 2 лет. Посмотрим, это большая сложная работа. Если получится, мне бы хотелось с вами этим поделиться. Так, без моих цветов в кадре не удалось обойтись, но я забыла вам кое-что рассказать. Когда мы были вот в этой арт-студии, на день рождения Анечка себе заказывала в одном из наших сервисов суши, причем она еще думала, заказать его в коробке или нет. Подумала, что, возможно, меня такая коробка может заинтересовать. Тогда она еще не знала, что у нас в вышивальном чате не раз заказывают девочки с такими коробками суши. Причем в прошлый Новый год как раз тоже на самом Новом году мы заказали такие суши именно в этих коробках, и мы их разыгрывали, потому что для вышивальщицы это прям вот шикарно. Я пока туда ни один процесс не определила, потому что я их вроде отмыла, но мне кажется, не до конца. Но это все в процессе. Да, не до конца отмыла, но вот такой вот прекрасная крышка. Вот у этого набора. Он магнитный, ну там вот просто темные, как облака. Это картон. Вот. Вот так закрывается и хранится. А у нас девочки хранят таких процессы. Теперь такое есть и у меня, благодаря Анечке. Ну и раз тут у меня в кадр влезла... Ну, герань тут, ладно, сейчас чуть покажу. Вот она, герань. Это, ладно, герань. Тут еще у меня влез... Я еще не придумала ему имя. Но это суккулент, который я у Юли, когда была в гостях, получила в дар. Она мне рассказала, как его посадить, что вообще вот это вот не отдельные точечки, а это все на такой нитке, вот такими ниточками он свисает. Я не знаю, как он называется, честно. Если кому-то интересно, отпишитесь, буду узнавать. Ну, я вообще буду узнавать, но просто попозже немножко. Она говорит, он долго укореняется. Но его нужно вот закопать так, чтобы вот здесь видно, наверное, вон она, ниточка торчит, чтобы ниточка была закопана, а сам он, а горошины торчали, иначе он, ну, как бы, может загнить. Вот, чтобы такого не было. И вот такая вот из максидома у меня. Ой, что я мучаюсь? Это же все извлекается. Я его как раз недавно тут полила. Здесь вода, но я сильно наклонять не буду. Вот. Вот такое вот кашпо. Анечке я, кстати, тоже такое кашпо, только белое дарила на день рождения. Она хотела себе отчиток Моргана. И вот муж у меня искал, где можно найти. Взял несколько, нашел несколько отростков, где можно купить с рук небольших. Потому что большие, ну, может, мы неправильно искали, но мы найти не смогли. Нашли большие, ну, человек уехал, мы так и не смогли у него купить. И подумали, что, в принципе, чтобы пересаживать, чтобы не повредить, наверное, лучше небольшой, и Аня его вырастет сама, пусть адаптируется у нее с молодых корней. Вот так.
Ну, вот теперь, пожалуй, и все. Теперь я точно ничего не забыла. Ну, а пока я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Пока!